Зал для конференции Копенгагенского университета рад приветствовать участников Иранской конференции. Ведущий конференции Филипп Расмуссен, профессор Копенгагенского университета, заведующий кафедрой международных отношений гуманитарного факультета. Даниэль Кристенсен, профессор Орхусского университета гуманитарного факультета, активист международного движения «Европейский ислам». Мангус Томпсон, политолог, обозреватель ежедневной газеты «Политики». Астрид Петерсен, журналист, работающий в горячих точках планеты. Эмма Шмидт-Паулсен, президент Международной благотворительной организации взаимодействия. Густав Йенсен, датский писатель и философ. Отец Августин, священник Евангельской лютеранской церкви Дании, профессор Копенгагенского университета факультета теологии. Паскуаль Андерсен, дирижер Национального оркестра Дании. Оливер Ларсен, профессор Копенгагенского университета, факультет теологии. Дамы и господа, добрый вечер. Позвольте нам начать нашу сегодняшнюю конференцию, которую мы обозначили как конференция по иранской проблеме. Разумеется, название этой конференции весьма условное. Речь, конечно же, пойдет не столько об Иране, сколько о тех причинах и факторах, которые привели наш сегодняшний мир к этому вот очень сложному и практически неразрешимому конфликту. К этому противостоянию, столкновению двух абсолютно разных взглядов на Вселенную и на жизнь человека в этой Вселенной. И действительно, важно понимать, что мы сегодня наблюдаем столкновение не столько политических сил и бизнес-интересов, а сколько действительно мы наблюдаем столкновение разных мировоззренческих систем. Сегодня в так называемый мир Востока и так называемый мир Запада ходит настолько много стран с настолько разными политическими и религиозными структурами, что четкое разделение на Восток и Запад уже невозможно произвести. Поэтому я бы охарактеризовал иранскую проблему как противостояние двух противодиаметральных мировоззрений, двух совершенно различных взглядов на развитие человечества. Я бы назвал это противостоянием двух основных начал. Религиозного традиционализма и гуманистического рационализма. Или, как пошутил однажды один мой коллега из Бельгии, сказав, что борются две силы – Аллах и Кока-Кола. Разумеется, это только шутка. Но, как сказал один из персонажей шекспировского Гамлета Полоний, хоть это и безумие, но в нем есть последовательность. Но простите, на этом я заканчиваю мое вступление. И от имени организаторов нашей конференции я еще раз хочу поприветствовать всех, кто сегодня нашел возможность принять участие в нашей дискуссии. В том или ином качестве. Не только выступающих, но а также и присутствующих слушателей. Как вы уже, наверное, обратили внимание, в зале установлено несколько микрофонов. Так что вы можете подойти к одному из них и задать свой вопрос, если они у вас появятся. Мы рады вашему участию в нашей дискуссии и надеемся на конструктивный диалог. Тем более, что сегодня в зале
собралась очень авторитетная и уважаемая публика. Нам очень приятно, что сам премьер-министр Дании, господин Николс Паулсен, почтил нас своим присутствием. Добрый день, господин премьер-министр, и спасибо, что вы проявили интерес к нашей конференции. Итак, мы еще раз всех сердечно приветствуем. И на этом я объявляю нашу конференцию, посвященную иранской проблеме, открытой. И я с удовольствием передаю слово нашему первому выступающему, профессору гуманитарного факультета Орхусского университета, господину Даниэлю Кристенсену. Пожалуйста, господин Кристенсен. И пока господин Кристенсен готовится к выступлению, я хочу сказать о нем несколько слов. Даниэль Кристенсен работает с Ираном около 12 лет. И поскольку он также является представителем и активистом движения «Европейский ислам», это организация, которая работает с европейцами, решившими принять или принявшим ислам. А также эта организация помогает выходцам из мусульманских стран, в том числе из Ирана, проживающих на территории Европы. Помогает лучше адаптироваться в той среде, в которой они оказались. Ну и не только это, разумеется. Словом, господин Кристенсен не понаслышке знает о том, что такое Иран. Он знаком с ментальностью этого населения. Он знаком с проблемами этой территории. И, насколько я понимаю, то он тоже мусульманин. Так ли это, господин Кристенсен? Нет, что вы. Я не мусульманин. Но мне часто задают этот вопрос. Ведь очевидно, кто-то когда-то что-то перепутал и распространил этот слух обо мне. Я много работаю с мусульманами. У меня есть очень близкие друзья мусульмане. Я преклоняюсь перед этой мудрой религией. Вы, видимо, что-то перепутали. В таком случае прошу меня извинить, господин Кристенсен. За вас действительно ходят такие слухи. Но мне не стоило доверять слухам, и я еще раз прошу прощения. Ничего-ничего, это совсем не обидно, когда тебя считают мусульманином, даже если ты не мусульманин. Господин Кристенсен, я не сказал, что это обидно, что человека считают мусульманином. Я извинился не за то, что принял вас за мусульманина, а за то, что доверился слухам за вас. За слухи я и прошу прощения, а не за то, что я назвал вас мусульманином. Хорошо, понятно. Но с вашего позволения я начну. Прошу вас, господин Кристенс. Уважаемые посетители, коллеги, я хочу рассказать вам об одном ощущении, которое возникло у меня внутри 2 года тому назад. И с тех пор это ощущение не покидало меня. И это ощущение всегда со мной. Это ощущение появилось во мне в результате одного трагического случая. Я не буду говорить о том, что случилось, потому что это лично, очень лично. Но кое-что действительно случилось. И вот в результате этого случая я вдруг увидел, из какой структуры состоит моя жизнь. Я сейчас именно хочу обратить ваше внимание на слово «структура», потому что я здесь буду говорить именно о структуре. Просто 2 года назад я увидел свою жизнь как некую структуру. Я как бы смог пронаблюдать за собой, как за структурой. Я увидел себя как некий механизм, как некую формулу, если хотите. Я увидел, что мое «я» – это не одна какая-то личность, а это действительно некая модель. Но слово «структура» мне подходит больше всего. Это, понимаете ли, как бы некая схема. Это как рисунок, как узор. Но узор, в котором содержится смысл.
Моя структура – это и мое отношение к окружающему миру и ко всему, что меня окружает. Моя структура – это и мое бытие, и моя суть, которая проявляется и разворачивается во времени и пространстве. Это как компьютерная программа. Вот. Это, наверное, более точное сравнение. Компьютерная программа. Вы ее заинсталлировали, потом запустили себе на компьютер или в телефон. И эта программа начала работать. Но эта программа, она имеет свою структуру, свою тему, свое предназначение. Это как, например, путеводитель или программа для рисования, или музыкальный проигрыватель, или мессенджер, ну и так далее. И вот, 2 года назад, в результате одного очень трагического случая, я попал в такое состояние, что мне удалось увидеть себя, как вот такую вот программу. Я увидел, что я имею свою собственную структуру, как и все предметы во Вселенной, потому что у всего есть своя структура. Я попал в такое состояние, я увидел, что я имею свою собственную структуру. Это, конечно, всем известно, а особенно в современной науке. Но я тогда сам лично получил это знание в виде своего личного опыта. У меня это произошло спонтанно. Это произошло совершенно неожиданно и продолжалось, кстати, очень недолго. Однако, за это время, пока это продолжалось, я смог отчетливо разглядеть, из чего же, собственно, состоит моя структура. Чем я, так сказать, по большему счету являюсь. И то, что я увидел, то, что я узнал о себе, произвело у меня такое сильнейшее впечатление, что это навсегда, навсегда изменило мою жизнь, изменило мое отношение к себе, к окружающему меня миру, понятием этого окружающего мира, изменил мое отношение ко всему, ко всему. Это просто изменило мою жизненную парадигму. И сейчас я попробую описать вам свою структуру такой, какая она мне открылась тогда, 2 года назад, и какой она продолжает мне открываться и сегодня. Потому что эти состояния, когда я могу видеть свою структуру, они теперь время от времени повторяются. Я понимаю, что все, что я говорю сейчас, возможно, звучит несколько ненаучно. Знаете, моему сыну 7 лет. И вот за несколько дней до Рождества я решил рассказать ему об Иисусе Христе. Потому что все-таки Рождество, хотя мы дощали уже забыли это, но все-таки Рождество – это праздник. Прошу прощения, где главным является, вернее, должен являться не Санта-Клаус, а все-таки Иисус, потому что это вообще-то его день рождения. И вот, я рассказал, как мог, своему сыну об Иисусе Христе. И знаете, что он сказал мне? Что он не верит в Иисуса Христа. Знаете, почему? Я спросил его, почему? И он ответил: потому что это не научно. Я спросил, а Санта-Клаус научно? И он сказал, да. Потому что Санта-Клауса он видел. Он видел в прошлом году, когда он приходил к ним в детский сад. А Иисус к нему не приходил. Но вашего сына все еще впереди. Да, возможно. Однако я продолжу. Итак, что же я увидел? Я увидел, что моя структура имеет один очень конкретный механизм. Одно очень четко направленное движение. Это движение к постоянному приобретению чего-либо. Я увидел, что я почти весь целиком состою из непреодолимого желания. Все время что-либо брать и получать. Я это бесконечное желание брать. Я все время хочу брать. Моя жизнь – это я беру. Я хочу брать себя, брать для себя. Вся моя структура – это структура приобретения для себя. Я хочу жить.
Я хочу быть здоровым. Я хочу иметь такую жену, которая бы соответствовала моему характеру, моему темпераменту, моему вкусу, моим убеждениям, моему сексуальному предпочтению. Я хочу иметь таких друзей, которые разделяли бы мои интересы и которые бы подходили мне по своей энергетике. Я хочу иметь такие продукты, которые были бы полезны для здоровья и при этом удовлетворяли бы мой вкус. Я хочу иметь право свободно выражать свое мнение. Я хочу иметь право свободно исповедовать свою религию. Я хочу иметь право свободно перемещаться в пространстве. Я хочу, чтобы люди, попадающиеся мне навстречу, мне улыбались. Я хочу, чтобы официанты в ресторане были вежливы. Я хочу, чтобы полицейские были вежливы. Я хочу, чтобы политики были честными. Я хочу, чтобы налоги были маленькими, а моя зарплата была большой. Я хочу, чтобы мои дети были послушными, чтобы моя жена меня любила. Я хочу нравиться другим женщинам на улице. Я хочу, чтобы мой шеф ценил мою работу. Я хочу, чтобы погода была хорошей. Я хочу, чтобы террористы перестали убивать. Я хочу, чтобы мною были довольны. Я хочу, чтобы меня ценили. Я хочу, чтобы мой суп в обед не был пересолен. Я хочу, чтобы зимой не было слишком холодно, а летом, чтобы не было слишком жарко. Я хочу, чтобы меня не кусали вредные насекомые. Я хочу, чтобы в ресторанах не было крыс. Я хочу, чтобы не было экологической катастрофы, чтобы не загрязняли воздух. Я хочу, чтобы террористы не захватывали заложников, чтобы не погибали мирные жители в Сирии, но чтобы террористы погибали. Я хочу, чтобы нигде и никогда не убивали детей. Я хочу, чтобы мои брюки не пачкались о мою машину, а мой пиджак не мялся в самолете. Я хочу всегда, всегда вовремя получать свою еду. Я хочу иметь возможность поспать хотя бы 7 часов в сутки. Я хочу иметь право на 2 выходных в неделю и на 1 месяц отпуска в году. Я хочу иметь право побыть один. Я хочу иметь право на частную собственность. Я хочу, чтобы на территорию моего дома никто не входил без моего разрешения. Я хочу, чтобы никто не мог копаться в моих вещах без моего разрешения. Я хочу, чтобы никто не прослушивал мои телефонные разговоры. Я хочу, чтобы меня уважали, чтобы со мной считались, чтобы к моему мнению прислушивались, чтобы меня не обижали, чтобы меня не обманывали. Я хочу, чтобы мне доверяли. Но когда я совершу ошибку, я хочу, чтобы меня прощали. Я хочу, чтобы мой стейк был прожарен. И не чересчур сильно, но и не совсем слабо. Я хочу, чтобы было прожарено в самый раз. Я хочу, чтобы вода в бассейне была в самый раз. Чтобы вода в море была в самый раз. Чтобы температура воздуха на улице была в самый раз. Чтобы мой чай был заварен не слишком сильно, но и не слишком слабо. Я хочу, чтобы моя одежда была хорошей, но недорогой. Я хочу, чтобы фрукты были свежие, без пестицидов, но и не слишком дорогие. Словом, я хочу есть, пить, спать, жить, получать удовольствие, хочу уважения, хочу интересной работы, хочу любви, хочу знаний, чтобы от моего сотрудника не пахло потом. Этот невыносимый запах чужого пота, я хочу, чтобы его не было. Совсем не было. И чтобы у моего собеседника не пахло изо рта. И чтобы Папа Римский более четко высказывал о своем отношении к распространению ислама в Европе. Я хочу, чтобы в моем отеле был кондиционер. Я хочу. Вся моя жизнь, каждая секунда моей жизни оказалась сплетена в эту структуру получения. Я все время хочу получать. Так я устроен. Я из этого состою. Я состою из потребности получать. Моя структура – это структура получения. Я получаю, я хочу получать, я стремлюсь к получению. Поэтому, когда я чего-то не получаю, вся моя структура приходит в волнение. Когда я не получаю, я начинаю страдать от того, что во мне нарушают какие-то важные глубинные процессы. Понимаете, когда я читаю в новостях, что где-то там в России зажимают свободу слова, то моя структура
привыкшие получать право на свободу слова и право на демократию, моя структура начинает сигнализировать мне, что я чего-то не получаю. Понимаете, когда в арабских странах женщин заставляют носить паранджу и не позволяют им обедать с мужчинами за одним столом, то моя структура, привыкшая получать равенство женщин и мужчин, не получает этой свободы. И тогда я начинаю плохо себя чувствовать, и тогда я возмущаюсь. И тогда я начинаю прилагать все усилия, чтобы вернуть моей структуре покой и благополучие. Потому что покой и благополучие – это и есть основа моей структуры. Моя структура – это и есть желание получить покой и благополучие. Покой и благополучие – вот моя структура. Получать покой и благополучие. Получать. Я хочу получать. Вот что я увидел в самом себе. И я увидел это не как какую-то концепцию, не как философское рассуждение, не как мораль, не как психологию. А я увидел это как свой геном. Понимаете? Я увидел это как схему, как рисунок спирали генома человека. Я увидел, как я состою из этих вот молекул и атомов, стремящихся к получению. Как я состою из молекул, стремящихся к приобретению. Как я весь буквально... Впрочем, это уже достаточно. Вот, уважаемые коллеги, что, собственно, мне кажется, важно понимать и иметь в виду, приступая к обсуждению иранской проблемы. А теперь мне было бы удобнее ответить на ваши вопросы, если они есть. Ну, собственно, мой вопрос очень простой. Представьтесь, пожалуйста. Матильда Хансен, Копенгагенский университет, кафедра естествознания. Пожалуйста. А какое отношение имеет то, о чем вот вы сейчас говорили, к теме иранской конференции, которую мы здесь обсуждаем? Потому что если мы хотим, чтобы наша жизнь по-настоящему состоялась, то мы должны научиться отдавать, понимаете? Мы должны отдавать, по-настоящему отдавать. А что это значит, по-настоящему отдавать? Это значит, что нужно отдавать не то, что ты хочешь отдать, отдавать то, что у тебя хотят взять. Понимаете? Вот что значит по-настоящему отдавать. Отдавать не то, что ты хочешь отдать, а то, что у тебя берут. Я хочу отдать нищему $1, но вор крадет у меня кошелек со всеми моими деньгами. Вот что я должен отдать. Понимаете? Я хочу, чтобы мне улыбались. Но мне хамят. Вот что я отдаю. Я хочу, чтобы мне разрешили говорить все, что я хочу. Но меня сажают в тюрьму. Вот что я отдаю. Понимаете? Я хочу слышать одни слова, а мне говорят совсем другие. Мне говорят то, что мне не нравится. Вот что нужно принять. Отдать – это значит принять, понимаете? А принять и отдать – это одно и то же. Я хочу идти направо, а меня сажают в машину и увозят налево. И это я принимаю. Я хочу похвалы, а меня унижают и втаптывают в грязь. Я хочу, чтобы мои соседи вели себя вежливо, а они включают музыку на всю громкость в половине первого ночи. Я хочу, чтобы моя новая машина работала исправно, а она ломается на третий день после покупки. Я хочу, чтобы арабские подростки уважали мою страну, в которую они приехали жить, а они плюют мне в лицо. Я хочу, чтобы меня не трогали, а меня избивают у порога моего дома. Я хочу жить, а меня убивают. Я люблю свою мать, а она погибает в автокатастрофе прямо у меня на глазах. Прямо у меня на глазах. Вот что я отдаю. Смотрю на это уже остывшее тело своей матери и понимаю, что сейчас пришло время ее отдать. Отдать навсегда. Понимаете?
Не я решаю, что мне отдавать, понимаете? В настоящей отдаче не я решаю, что мне отдавать. Вы понимаете? А кто решает, Даниэль? Для иранцев все решает Аллах, то есть Бог. И так все решает Бог. И даже разработать ядерную бомбу тоже решает Бог? Да, все решает Бог. Спасибо, мне все ясно. Ну простите, зачем же нам такой Бог, который решает разрабатывать ядерную бомбу? Вот! Вот, дамы и господа, вот наконец мы и подошли к главной проблеме, о которой я хотел сегодня поговорить. Я ждал этого вопроса, и вот, вот он этот вопрос. Спасибо вам большое, господин Расмуссен, за этот долгожданный вопрос. Вот теперь на этом примере я и попробую объяснить, в чем же заключается наше главное непонимание. Наше непонимание их. Дело в том, что вы сейчас сказали, что вам не нужен такой Бог. Значит, из ваших слов вытекает, что это вы будете решать, какой Бог вам нужен, а какой нет. То есть, это вы будете выбирать себе Бога и выберете, разумеется, такого Бога, который вас будет устраивать. Понимаете? А если вы не найдете такого Бога, который вас устраивает, то вы и вовсе останетесь без Бога, как большинство из современных жителей Запада. Вас не устраивает Бог, заставляющий женщин носить паранджу. Вас не устраивает Бог, не дающий права женщинам есть с мужчинами за одним столом. Вас не устраивает Бог, который садит людей в тюрьму за политические убеждения. Вас не устраивает Бог, который допускает Холокост. Вас не устраивает Бог, который допускает религиозные войны. Вас не устраивает Бог, который допустил увольнение нескольких тысяч рабочих. Вас не устраивает Бог, который допускает хамство на улицах. Вас не устраивает Бог, который не позволил вам найти более подходящую работу. Бог, который не дал вам встретить настоящую любовь. Вас не устраивает Бог, который послал вам такого глупого шефа, глупого президента, глупого премьер-министра, мерзкого официанта в ресторане. Вас не устраивает Бог, который продал вам такие неудобные ботинки. Бог, который допустил такие неудобные турникеты в метро. Бог, который создал такие холодные зимы. Бог, который допускает такую невыносимую жару летом. Вам не нравится Бог, который одевает вашу соседку в такое безвкусное платье. Бог, который создал такое пошлое телевидение. Бог, который создал непрожаренный кебаб. И, наконец, вам не нравится Бог, который допустил эту коварную трещину на асфальте, куда сегодня попал ваш каблук и сломался. Получается, что вам довольно-таки трудно выбрать себе Бога, потому что Бог, который допускает создание ядерной бомбы, Бог, который допускает возникновение трещины в асфальте, и Бог, который создал гуманитарные организации, западную демократию, а также и вас самих, это, видите ли, один и тот же Бог. И этот же, и это тот же самый Бог сказал: не мир я принес в этот мир, но меч. Вот, что я имел в виду под словом «отдача», уважаемые дамы и господа. Вот с какой стороны я хотел бы взглянуть на иранскую проблему. Со стороны того, что нам, людям западной цивилизации, по большому счету непонятно, что означает отдавать Богу все то, что Он потребует от нас. Спасибо. Большое спасибо, господин Кристенсен. Что ж, я вижу, что наша дискуссия с самого начала принимает неожиданный разворот. Ваша точка зрения нам понятна. И как раз в продолжении затронутой вами темы о понимании роли Бога в иранском обществе я приглашаю выступить нашего уважаемого коллегу Оливера Ларсена. Оливер Ларсен, профессор богослов, автор многих известных книг,
и в том числе он один из авторов научно-популярного каталога по истории религии и философии Ближнего Востока. Эта книга несколько лет назад стала настоящим бестселлером не только в Европе, но и во многих восточных странах. Например, в Японии, где, насколько мне известно, был какой-то удивительно большой тираж. Да, действительно. Наш каталог много раз издавался и переиздавался в разных странах. Я очень рад этому. Хотя хочу сказать, что мое участие в этом каталоге было очень скромным. Я автор всего 3 статей из 364. Но зато какие эти статьи? Одни из самых интересных и ярких? Они такие же, как и все остальные. Ну, спасибо, господин Расмуссен. Я, пожалуй, начну свое выступление. Но если позволите, я хотел бы вначале сказать несколько слов по поводу выступления моего коллеги Даниила Кристенса. Я хотел бы сделать некий комментарий. Буквально 2 слова. Дело в том, что слово «Бог», которое вы тут, господин Кристенсен, только что много раз употребили, оно ведь для большинства людей абсолютно ничего не означает. Я думаю, вы догадываетесь об этом. Что это такое «Бог»? Уверен, что для абсолютного большинства людей в нашем обществе понятие «Бог» вообще не связано с чем-то таким весьма инфантильным, связано с весьма инфантильным и, мягко говоря, устаревшим. Для большинства из нас ведь никакого Бога нет. А для тех, кто хоть как-то готов допустить это понятие, все равно является чем-то таким весьма неопределенным. Бог, если он и есть, то это то, что ждет нас после смерти. То, о чем мы, может, и узнаем когда-нибудь, но точно не сейчас. Не при жизни. При жизни мы можем в лучшем случае верить в него и пытаться следовать его предписаниям, его заповедям. Но контакт с Богом, он осуществится только там, потом, только после смерти. И я это говорю о людях верующих. Но ведь большинство людей вовсе не признают никакого Бога. Тот факт, что необходимо отдать какому-то там Богу все самое дорогое, покажется им просто диким. Поэтому, чтобы принять принцип отдачи, о котором тут говорил мой коллега, прежде всего нам необходимо уяснить для себя принцип Бога. Мы должны уяснить, кому мы должны отдать всего себя и почему. Я не говорю, что мы должны немедленно поверить Богу. Я даже не говорю, что Бог есть. Разумеется, я еще не до конца выжив из ума человек, чтобы выступать на научной конференции с докладом о том, что Бог есть. Сегодня на конференциях можно услышать и не такое, господин Ларсен. Возможно. Во всяком случае, цель моего сегодняшнего выступления совсем другая. Цель моего сегодняшнего выступления – попытаться обрисовать сам механизм восприятия мира, в котором есть Бог. Потому что для иранца мир – это мир, в котором есть Бог, Аллах. И чтобы понять логику поведения этих людей в Иране, мы должны попытаться понять логику поведения человека, для которого в мире есть Бог. Что это такое принцип Бога? В чем заключается этот принцип? Вот о чем бы мне хотелось сегодня поговорить. А начну я с одной маленькой истории, которая произошла несколько лет назад с одним моим близким приятелем. Один мой близкий приятель – ученый. Человек очень старомодный, консервативный. Никак не мог приучить себя писать в компьютере. Он всегда писал от руки, ручкой, а уже потом переносил все это в компьютер. И никак ни в какую не хотел работать иначе.
Разумеется, так работать гораздо дольше. Но мой приятель, еще раз повторю, был ученый старой школы. Он начал свои занятия наукой, когда никаких компьютеров не было. И в помине. Тогда, как мы все знаем, были печатные машинки. Так вот, на них мой приятель тоже отказывался печатать. Он и тогда писал вначале шариковой ручкой от руки, а уже потом машинистка печатала все это на машинке. И вот недавно мой приятель закончил одну очень большую и очень важную для него книгу. Это была действительно важная для него работа. Не знаю, как для науки, но для него эта работа была очень важна. Но чтобы вы понимали важность этой работы, то я должен сказать, что это был труд всей его жизни. Понимаете, всю жизнь мы что-то делаем. Но однажды приходит такое время, когда ты чувствуешь, что вот сейчас ты сделал то, к чему ты шел всю свою жизнь. Что вот это вот то, вот именно то, это то. И вот для моего приятеля эта работа была именно вот тем делом его жизни. Ну и, конечно, он, как всегда, написал эту работу от руки, ручкой. Так и как он и привык делать всю свою жизнь. А дальше все произошло, как в каком-то фильме или художественном романе. Случился пожар. У него сгорел дом. И все, что там было. Все сгорело. И эта работа тоже, разумеется, сгорела. Но дом-то ладно. А вот то, что сгорела его книга, это стало для него настоящим ударом. Другие работы тоже, разумеется, сгорели. Но они-то уже были продублированы в электронном виде. Они были в интернете. А вот эта работа, работа всей его жизни, она пропала. Это действительно случилось, как в какой-то литературе. Пожар. Как всегда... Ну как сегодня может случиться пожар? Ну с чего вдруг? Ну много ли вы людей из нашего общего круга, у которых сгорели дома? Это же даже вот сейчас, когда я говорю об этом, это не воспринимается как что-то реальное. Это как просто повесть какая-то. Правда? Но дело в том, что это действительно случилось. И мой приятель действительно лишился дома и своей рукописи. Рукописи, в которой был выражен весь его многолетний опыт, труд всей его жизни. И вот мой приятель загрустил. Он очень, очень сильно загрустил. Он впал в депрессию. Не из-за дома, потому что, во-первых, дом был застрахован, а во-вторых, потому что ему на самом деле это было не важно, весь этот дом. Жена у него много лет назад умерла. Дети выросли и уехали. Ему не было жалко этого дома. Ну, может быть, чуть-чуть. Однако ему было очень жаль своей работы. Он писал ее много лет. Много лет. Да. Вы меня простите, что я так подробно рассказываю вам эту историю. Но я хочу, чтобы вы поняли, в каком состоянии оказался мой приятель. А он оказался, правда, ужасным. Просто ужасающим состоянием. Он окончательно впал в депрессию, перестал ходить на работу, перестал вообще чем-либо заниматься. И вот однажды он сидел в парке, на скамейке. Просто сидел в парке.
смотрел на то, как люди гуляют с собаками, на то, как бегают мужчины и женщины. С этими вот плеерами в ушах. И вдруг он очень отчетливо услышал голос. Чей-то голос. Не голос с небес, а скорее голос внутри. Кто-то внутри него вдруг сказал: разве это по-настоящему важно? И тогда эта мысль его пронзила, как молния. Разве это по-настоящему важно? И он вдруг понял, что есть что-то еще более важное, чем то, что случилось. Что есть еще более важное, чем то, чем его рукопись. Мне трудно передать это словами. Но есть что-то еще, помимо того, что нам кажется сейчас очень существенным. И что-то еще более важное, кроме того, что мы видим обычными глазами. И это даже не мысль, это ощущение. Вот что главное. Это ощущение. Ощущение того, что все вокруг, это не по-настоящему важно, а есть что-то еще более важное. И что-то еще более ценное. У меня умерла жена. Но есть что-то еще более важное в моем сердце. Важнее смерти, важнее разлуки с любимым человеком. И вот это ощущение, что в мире есть что-то еще более важное, чем то, что я вижу, чем то, что происходит. Вот это вот ощущение чего-то более важного и есть принцип Бога. Бог – это что-то более важное, чем все остальное. Бог – это то, что всегда присутствует в нас, как нечто более важное, чем все, что мы имеем. Нас любит женщина, но в этом есть еще что-то более важное. Нас обворовали, но у нас осталось что-то еще более важное. На нас напали и избили. Но что-то более важное не пострадало. Нас оскорбили в очереди в магазине. Но ведь что-то важнее этого. Нас лишили права голоса. Но нас не лишили чего-то более важного. Того, что всегда при нас. Нас наградили наградой. Но это не так важно по сравнению с тем, что мы и так уже имеем. Мы живем при тоталитарном режиме, но ведь это не самое важное, о чем следует думать. На нас хотят бросить ракеты, но даже это не является самым важным в нашей жизни. Мы умираем, но нас ждет кое-что поважнее, чем смерть. Нам страшно, но мы можем преодолеть этот страх, если будем в контакте с чем-то более важным. Всегда есть что-то более важное, чем все, что с нами происходит. И это более важное, оно всегда с нами. Разве научная работа – это по-настоящему важно? Это, разумеется, важно. Никто с этим не спорит. Но в этой научной работе есть еще что-то более важное. Чем сама по себе эта научная работа. И вот это ощущение какого-то присутствия во всем, что нас окружает, во всей нашей жизни, это ощущение постоянного присутствия, присутствия чего-то более важного в нашей жизни, вот это и есть тот главный принцип так называемого религиозного сознания. И именно это и есть то главное, что объединяет все религии и духовные учения мира. Не понимая этого принципа, а я бы сказал, не ощущая этого принципа,
мы, увы, не можем всерьез приступать к обсуждению такой непростой темы, как религия и религиозное сознание. Потому что любые рассуждения о божественном не имеют никакого смысла, если они не вытекают из личного опыта познания божества. И вот на этом мне бы хотелось особенно сделать акцент. Именно на нашем ощущении, а не только рациональном понимании. Потому что по-настоящему понимать, это ведь означает иметь это в себе, как пережитый нами опыт. Так вот, не ощущая постоянного присутствия чего-то более важного, чем все остальное, не ощущая этого присутствия в своем сердце, мы не имеем права заниматься никакими международными политическими урегулированиями. Не понимая по-настоящему, что такое религиозное сознание, мы не имеем права решать проблемы, связанные с исламом. Потому что тогда мы не понимаем, что ни принципы демократии, ни принципы гуманизма не являются для этих людей частью их ментальности. И что их ментальный код создает вокруг себя общество совершенно другой культуры, совершенно другими этическими принципами. Мы должны понимать, что ни западная демократия, ни западный протестантский гуманизм не вписываются в мировоззрение огромного числа населения земного шара. Потому что прежде чем кинуться спасать этих людей от их тоталитарных режимов, мы должны понимать ту логику, по которой живут эти люди. Спасибо за внимание. Простите, профессор, я хотела бы спросить вас. Катрин Йоханссон, Орхусский университет, кафедра теологии. Да-да, пожалуйста. Вы говорили об ощущении присутствия чего-то более важного. Но как быть тем, кто не ощущает это присутствие? Таким людям не нужно заниматься иранской проблемой. Но ведь именно эти люди ею занимаются, как вы знаете. Но ведь ваш вопрос, насколько я понимаю, не об этом. Он о том, что... Ну, простите, профессор, вы, наверное, согласитесь, что далеко не все, кто занимается сейчас, в наше время, проблемами Ближнего Востока, ощущают в себе присутствие Бога. Среди них много достойных, уважаемых людей, выдающиеся политики, журналисты, ученые, люди других специальностей. О каком таком обязательном божественном присутствии вы говорите? Вы в своем уме? Политический обозреватель Магнус Томпсон, для тех, кто не знает. Хотя кто не знает Магнуса Томпсона? Спасибо, господин Расмуссен. Добрый день. Извините, я не представился. Так вот, господин Ларсен, вы вообще отдаете себе отчет, до какого уровня дискуссии вы сейчас предлагаете нам спуститься? До уровня ощущения божественного в своих сердцах. Мне кажется, что я отдаю себе отчет в том, о чем я говорю, Магнус. Но позвольте мне сначала ответить на предыдущий вопрос. Понимаете, Катрин, мы сейчас подошли к очень сложной и очень деликатной теме. Да, действительно, тот, кто не пережил этот опыт встречи с величайшей тайной, тот, кто не ощутил эту тайну, величайшего присутствия. Для того, конечно, вся эта моя речь покажется обычным романтическим эзотерическим пафосом, и не более того. Потому что, о чем я говорю, можно определить одним простым словом – знание. И либо человек имеет контакт со знанием, либо нет. Либо человек знает, либо нет. Это ведь, как знаете, один востоковед из Москвы однажды на полном серьезе сказал мне, что после чтения стихов выдающегося суфийского поэта Садим Музани, ему всегда хочется выпить хорошего вина, потому что Садим Музани так много и красиво пишет о вине. Нет, ему, разумеется, он знал, что вино для Зани – это Бог. И что он пишет о Боге, а не об алкоголе. Но читая Зани,
что мы чувствуем. Вот вопрос. Желание выпить бокал прекрасного бордо или желание быть по-настоящему живым? Понимаете, это действительно большая проблема, что сегодня спасением нашего мира занимаются в основном люди, которые не имеют об этом, имеют об этом чисто рациональное представление. А для них все эти разговоры о божественном кажутся надуманным и даже пошлым. И я, честно говоря, не знаю, как ответить на ваш вопрос, Катрин. Может, я лучше отвечу вам стихами, упомянутого мною Садиму за ним. Хотя это может еще сильнее снизить уровень нашей дискуссии в глазах господина Томпсона. Я шучу, Магнус. Ради бога, не обижайтесь. Садим за ним. 15 век. Почему ты молчишь? Потому что ты ждешь, когда возникнут слова. Как возникают слова? Они появляются из пустоты. Когда опьяненный вином поэт замолчит и опустит голову вниз. Значит, сейчас пришло время родиться словам любви. Вот эти слова. Судьбу человека Бог пишет под музыку слез. Спасибо за внимание. Спасибо, господин профессор. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово нашей уважаемой датской журналистке, работающей в горячих точках планеты, Астрид Петерсон. Я думаю, Астрид не нуждается в представлении. В прошлом году она получила Пулитцеровскую премию за свой роман «Ограничения». Это документальный роман о журналистке из Европы, находящейся в плену у террористической организации «Исламское освобождение». Лично на меня эта книга произвела невероятно сильное впечатление. Не помню, когда я ощущал нечто подобное в литературе. Ну и вы, конечно, знаете, что сама Астрид 3 месяца провела в плену на территории Ирака и прошла тяжелейшие испытания. Собственно, ее книга именно о том, как... Я думаю, что она расскажет об этом сама. Большое спасибо, господин Расмуссен. Если позволите, я начну. Но сегодня я хотела поговорить не совсем о книге. Уважаемые коллеги, перед тем, как приступить к своему докладу, я также хотела бы прокомментировать доклады предыдущих участников. Что ж, я хочу вам признаться, что то, что здесь только что происходило, просто вывело меня из себя. Был момент, когда я собиралась просто встать и уйти отсюда. Потому что я больше всего в жизни ненавижу вот этот вот дискурс, который сейчас тут возник. Оба предыдущих выступающих, господин Кристосен и господин Ларсен, не сговариваясь, а может быть и сговариваясь, не знаю, прямо на наших глазах, прямо сейчас, перевели сложнейшую тему Ближнего Востока и, в частности, Ирана. Простите, какой-то сопливой эзотерики. В стиле «познай себя, найди Бога в себе, и тогда приступай к решению мировых проблем». И вся эта, простите меня, околонаучная и просто романтическая интонация звучит сейчас на фоне важнейших проблем, связанных с таким непростым регионом земного шара, как Иран. Вы меня простите, коллеги, но то, что у какого-то вашего знакомого сгорела рукопись, и то, что он понял, что, видите ли, поэтому есть что-то более важное, чем его жизнь, или то, что в результате несчастного случая наш дорогой коллега понял, что он все время хочет потреблять и брать,
Это все на фоне той трагедии, которая разворачивается сегодня. В ближайшем, в ближневосточном регионе, в Сирии, в Ираке, в Афганистане и так далее. Все это звучит оскорбительно и отвратительно. Оскорбительно для тех, кто живет и находится сейчас там, а не здесь, в Копенгагене. Тех, кто сейчас умирает от голода, от ужаса и насилия в то время, как вы тут рассуждаете о том, что во всем можно найти что-то более важное и возвышенное, что и что Бог, видите ли, сам решает, кого ему убивать, кого насиловать, а кого сделать президентом в Соединенных Штатах Америки. Разве вы не понимаете, что это оскорбительно и омерзительно? Простите, но вернемся к Ирану. И вот. Вот что нам сейчас нужно обсуждать с вами, дорогие друзья. Только за последний месяц в Иране было приговорено судом к публичному избиению 100 с лишним молодых девушек по всей стране за чрезмерное использование косметики. 694 человека были казнены в течение одного года. В Иране казнят примерно по 3 человека в день, в том числе и за невинные критические высказывания в адрес ислама. Женщин избивают плетьми за посещение вечеринки, на которой присутствуют мужчины. 74 удара плетьми на прошлой неделе получила женщина, которая по случаю своего 40-летия пригласила к себе на день рождения несколько мужчин, с которыми вместе работали на телевидении. Ее били плетьми только за то, что она праздновала свой день рождения в кругу мужчин. А другую женщину, оказавшую медицинскую помощь мужчине, публично избили камнями, потому что она нарушила закон. Неделю назад группа подростков устроила тайную вечеринку, и там была бутылка виски на 17 человек. Всех ждет тюрьма и очень жестокие физические наказания за глоток виски. В Иране права человека нарушаются самым трагическим образом. Людей унижают, избивают, пытают. Молодых девушек подвергают самому страшному позору. Гомосексуализм является страшнейшим преступлением и карается смертной казнью. Любое свободное проявление человека подавляется самым страшным образом. И если вы, уважаемые коллеги, хотите сказать, что для того, чтобы понять, почему все это происходит, нужно вначале понять, что такое Бог, то мы с вами можем зайти слишком далеко. Поэтому я прошу вас, давайте вернемся с небес к нашей, к реальной и страшной жизни и продолжим нашу конференцию в научном ключе. Браво! Спасибо, но абсолютно не за что. Коллеги, вначале я хотела бы обозначить проблему, о которой я буду говорить. Она выглядит так. Человек, в какой бы культуре он ни жил, и к какой бы религии он ни принадлежал, какого бы цвета кожи он ни был, это прежде всего человек. Человек – это живое, динамично развивающееся, разумное существо, обусловленное своей культурой, разумеется. Но я бы хотела подчеркнуть, и, кстати, моя следующая книжка именно об этом, я бы хотела подчеркнуть, что человек – это не культура, не раса, не цивилизация, не социальная роль, не отец, не мать, не священник, не президент, не царь и не раб. Человек – это свободное живое существо. Человек – это часть эволюционного процесса. Человек – это процесс. Потому что каждый человек, вне зависимости от культуры, расы, пола, религии, от рождения имеет так называемые вселенские права. Заметьте, не социальные права, не культурные, не религиозные, а именно вселенские. Человек – это живое существо, рожденное Вселенной. И именно поэтому он наделен по своему рождению универсальными вселенскими правами. Каковы они, я их перечислю. Их всего 4. Не так много, правда? Всего 4, вот они. Право на жизнь. Никто не имеет права сознательно решать человека жизни. Право на жизнь – это право, которое мы получаем при рождении от самой природы. Следующее право – это право получать знания. Человек имеет право знать, интересоваться, задавать вопросы и получать ответы. Никто не должен отказывать ему в этом вопросе. Право знать, учиться, получать знания, анализировать – это неотъемлемое право человека. Третье право человека – это иметь свое собственное мнение. И свободно выбирать себе веру, религию. Свободно
выбирать мировоззрение и свою личную позицию по всем этим вопросам. И, наконец, четвертое право – это право на сексуальную ориентацию. Человек имеет право иметь такую сексуальную ориентацию, которая присуща его личной природе. И никто не может указывать ему, кого любить и с кем делить постель. Послушайте, ведь это, собственно, все. Всего четыре права. Всего четыре, не так уж много, окей? Всего четыре. Это не бог весть что, правда? Всего четыре главных вселенских права. Жить, познавать мир, свободно мыслить и любить. Вот и все. И когда мы говорим об Иране, то мы должны помнить, что, во-первых, в этой стране живут люди. То есть такие же люди, как и везде на всей планете. Не иранцы, а именно люди. А во-вторых, поскольку они люди, они тоже имеют право на получение этих четырех прав. Но в этой стране, где люди, в этой стране, в Иране, люди всех этих прав лишены. Всех четырех прав, вот и все. Вот, уважаемые коллеги, каков должен быть дискурс этой нашей сегодняшней конференции. И вот с этой точки, которую я сейчас установила, я и предлагаю начать наше движение из пункта А в пункт Б. А теперь я готова ответить на ваши вопросы. Оля Ларсен, пожалуйста. Я хотел бы кое-что уточнить, Астрид. Вы только что сказали, что одно из прав человека – это получение знаний. Не могли бы вы объяснить, что вы подразумеваете под этим словом «знание»? Знание – что это такое? Простите, я не поняла ваш вопрос. Вы только что употребили слово «знание». Что вы под этим подразумеваете? Знание, что это? Знание – это получение информации. А что вам кажется в этом непонятным? Значит, по-вашему, информация и знание – это одно и то же? Ну, конечно, а разве нет? Я считаю, что нет. А в чем тут, по-вашему, отличие? Ну, информация – это то, что человек получает извне. Это то, что к нам приходит от других людей, из средств массовой информации, из книг, из науки и философии. Но не все это, как правило, не является нашим личным опытом. Это просто полученная нами информация извне. В то время как знание – это прежде всего наш личный опыт. Знание – это является личным нашим переживанием, нашим личным пониманием сути этого знания. Мы это точно знаем, потому что это наш личный опыт, и мы точно знаем, что это именно так. И если информацию мы принимаем на веру, то знание является нашей безусловной реальностью. Информация может быть и недостоверной, тем более сегодня. А вот знание – это именно то, что вы знаете наверняка. Знать – это означает получить опыт. Это означает быть в этом опыте. Знание – это то, что мы ощущаем, то, что с нами случается. Знание – это мы сами, в конце концов. Я понятно объясню? Честно говоря, нет. А что вам непонятно? Непонятен вопрос, в чем он? Я хотел узнать, что вы подразумеваете под словом «знание». Я получил ответ. У меня больше нет вопросов. Большое спасибо. Вы не согласны с тем, что человек имеет право получать знания? Нет, почему же? Согласен. Информацию человек тоже имеет право получить. Я совсем согласен. Я получил ответ. Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. Есть еще вопросы? Здравствуйте, Эмма Шмидт-Паулсен. Все мы прекрасно знаем Эмму Шмидт, как знаменитую датскую телеведущую. Но вот уже почти два года, как госпожа Шмидт-Паулсен оставила свою работу на телевидении и теперь возглавляет международную благотворительную организацию «Взаимодействие», которая оказывает гуманитарную помощь жителям в так называемых странах третьего мира. Господин Расмусен, я очень не люблю это определение «страны третьего мира». Мне оно тоже не нравится.
Странно с неблагополучной экономикой. Я думаю, так будет точнее. Но я сейчас не об этом. Не будем уходить в сторону, потому что я подошла к микрофону в первую очередь, чтобы сказать огромное спасибо, дорогой, уважаемый Астрид Петерсон. Я считаю, что нам всем важно время от времени слышать то, что так точно было высказано Астрид. Спасибо тебе, Астрид. Это правда. Это было очень-очень важно то, что ты сейчас сказала. Спасибо, Эмма. Ну, вопрос у меня к тебе будет не очень приятный. Однако я не могу его не задать, извини. 2 недели назад на твоей странице в Фейсбуке ты очень резко высказалась за смертную казнь арестованного силами НАТО главы террористической организации «Исламское освобождение» Мухаммеда Аль-Джазира. Ты считаешь, что смертный приговор – это метод? Честно говоря, я бы не хотела отвечать на этот вопрос. Прости, если я сейчас захожу на твою территорию, но ты сама только что сказала о праве человека на жизнь. И я хотела бы понять, как нам действовать, нашей европейской цивилизации, казнить преступников, вешать их, как Саддама Хусейна. Но это было омерзительно. Мы все помним, как это было. Еще потом, это видео в YouTube, это... Прошло уже много лет, я до сих пор не могу прийти в себя. Это было дикое варварство, которое учинила наша цивилизация. Поэтому мне интересно твое мнение. Ты поддерживаешь смертную казнь для тех, кто совершил такое преступление? Нет, я не поддерживаю смертную казнь. Я считаю, что люди должны прекратить убивать людей. Что касается моего поста в Фейсбуке, это был просто эмоциональный выплеск. Дело в том, что мужчина, о котором ты говоришь, 3 месяца держал меня в плену, и мы с ним, к сожалению, достаточно тесно познакомились. Так что, мне кажется, появилось некоторое личное право желать смерти этого человека. Но это был просто эмоциональный выплеск. На следующий день я удалила этот пост со своей страницы, и я, конечно же, так не считаю. Никого убивать не нужно. Нужно судить и лечить. Спасибо за вопросы, Эмма. И всем спасибо, извините. Спасибо, Астрид. И сейчас я как раз передаю слово госпоже Эмме Шмидт-Паулсен, президенту Международного благотворительного фонда взаимодействия. Ну а также, как все мы знаем, госпожа Шмидт-Паулсен является супругой нашего уважаемого премьер-министра Николаса Паулсена, который, как мы видим, проявил неподдельный интерес к нашей дискуссии и присутствует здесь в качестве обычного слушателя, за что я ему лично благодарен. Прошу вас. Большое спасибо за предоставленную мне возможность выступить перед такой серьезной аудиторией. Я, как вы знаете, не специалист в области Ближнего Востока. Я всю жизнь проработала тележурналистом. Но вот уже 2 года, как я занимаюсь гуманитарными вопросами, связанными с проблемами жителями стран с неблагополучной экономикой. И если позволите, я бы хотела поделиться с вами своим недавно полученным опытом. Так получилось, что около месяца назад я жила в маленькой латинской деревне, где-то в Перу. Это такая типичная перуанская деревня, 500 человек. Расположена она в центре Амазонии на реке Укаяли. Наша организация работает с этой деревней, и я должна была провести там целый месяц. Но я не буду сейчас рассказывать, чем мы так занимались, это не так важно. Мы там проверяли одну гуманитарную программу на действие в сфере образования, связанную с образованием детей в таких вот слаборазвитых регионах. А, собственно, этим я там и занималась. А поскольку я была одной из разработчиков этой программы, то я, собственно, вместе с еще некоторыми своими коллегами была там около месяца. И я хочу поделиться одним своим ощущением, своим неким важным опытом, который, как мне кажется, имеет прямое отношение к тому, что мы здесь сейчас обсуждаем, к иранской проблеме в первую очередь. Ну, так мне во всяком случае кажется. Понимаете, дело в том, что я и мои коллеги приехали в эту деревню, чтобы помогать людям.
Это действительно очень-очень бедная деревня. Там дома из грубо склоченных досок, у большинства и вовсе нет стен, только крыши. Еды мало, питьевой качественной воды совсем нет. Воду берут из реки, которая сильно загрязнена. Школьное образование на очень-очень низком уровне, и детей буквально учат писать, читать, немножко читать, и все. И вот что мне бросилось в глаза, это то, что эти люди, они, понимаете, они всегда находятся в очень радостном настроении. Они, понимаете, они действительно счастливы. И вы знаете, я вдруг осознала, что я первый раз в жизни вижу счастливое общество. Сообщество по-настоящему счастливых людей. Потому что ни в благополучной Центральной Европе, ни у нас, ни у наших соседей, Швеции, Голландии, Нидерландах, ни даже в Калифорнии и США, нигде я не видела такого ощущения счастья в глазах у людей. Улыбки, да. Хорошее приветливое настроение, да. Но вот такое глубинное ощущение счастья не встречалась крайне редко. И вот сейчас я прошу вас меня действительно правильно понять. Это очень важно, чтобы вы меня сейчас правильно поняли. Чтобы вы меня сейчас услышали. Я знаю об этом западном комплексе, этой западной черте. Хвалить и превозносить, романтизировать азиатскую, восточную, латиноамериканскую ментальность. Я понимаю, я жила там месяц, я из сытой страны, и мне кажутся эти люди счастливыми. Но, понимаете, потому что я по-настоящему не жила их проблемами, их жизнью. Или вот, например, если бы меня спросили, хотела бы я остаться там навсегда и променять нас с Николасом уютный дом на хижину в Перу. Причем навсегда, я ответила бы честно, нет. И повторяю, я знаю о том, что мы, европейцы, любим наделять особой духовностью малые аутентичные народы. Я это знаю. Но я, заметьте, не сказала, что у этих людей нет проблем. Нет, у них куча проблем. Я не сказала, что я не увидела там раздражения или боли, или даже некоторого негодования. Нет, там все человеческие слабости были проявлены. Так же, как и везде. Вернее, нет, не так же, как и везде. Там, в этой деревне, все человеческие качества были проявлены через ощущение счастья. Там счастливые люди голодают, негодуют, сердятся, но это делают счастливые люди. У них есть счастье. Они знают, что это такое. И вот чем больше я на них смотрела, тем больше хуже мне становилось. Вдруг стала ощущать невероятную пустоту. Пустоту внутри меня. Я почувствовала себя ужасно одинокой. Я посмотрела внутрь себя, и там не было ничего, кроме огромного культурного багажа. Там внутри меня была вежливость, толерантность, гуманизм, образование. Там внутри меня была любовь к моим детям, забота о родителях, преданность своей стране. Но там внутри меня не было той подлинной, какой-то совсем неземной радости, какая была в этих людях. И там внутри меня не было такого счастья, которое я видела в них. И самое ужасное, я не знаю, может быть, я сейчас совершаю какую-то ошибку,
что я это говорю. Я надеюсь, мой муж меня правильно поймет. Там внутри меня не было той любви, что была у них. Я взглянула в себя. Я, честно говоря, вообще не поняла, зачем я живу. Я читаю все эти книжки про эволюционное развитие, про единство с космосом, про то, что все мы единые целые. Но радости в моем сердце не становится больше. Я люблю свою семью, своих детей, своего мужа. И хорошо, когда мы едем вместе к нашим родителям в гости. И там проводим чудесный вечер всей семьей. Но это не то счастье. Не то счастье, которое я видела есть у этих людей. Или вот еще. Недавно я прочитала пост в Фейсбуке. Один мой знакомый американец пишет, что он после медитации ощутил себя счастливым. Ощутил себя частью божественного замысла. И он так это все описывает в Фейсбуке. Как он раскрылся, как он почувствовал любовь ко всему живому. А зачем? Зачем ты об этом пишешь в Фейсбуке? И я смотрю на его глаза на фотографии и чувствую, что это все не то. Это все не то! Это просто состояние некой эйфории и ничего больше. Это очень тонкая грань между правдой и эйфорией. Я смогла увидеть эту разницу только там, когда я увидела эту правду. Я вспомнила, как перед моим отъездом в Перу мы устроили прощальный ужин. И пришли наши близкие, друзья, наши родители. И было так душевно, так тепло, так хорошо. И потом, когда все ушли, мы с мужем сказали друг другу, какой был прекрасный вечер, какой красивый, как мы счастливы. И вот там, когда я была в Перу, я вспомнила этот вечер, и, знаете, он мне, прости, Николас, показался очень поверхностным. Он был теплый, милый, красивый, но в нем не было подлинной глубины общения, подлинного вселенского счастья. И вот знаете, я жила там, среди этих людей. И тем больше я там жила, тем тоскливее мне становилось. Тем больше я замечала присутствие счастья и радости в этих людях. Я пыталась понять. Я пыталась объяснить тебе, в чем тайна этого счастья. И, наконец, как мне кажется, я поняла. И вот... Вот об этом я хотела бы сказать. А, видите ли, тайна счастья этих людей заключается в том, что все они как будто бы имеют знание о чем-то невероятно важном и прекрасном, но скрытом от глаз. Это как, знаете, например, если... У нищего на улице есть $1 000 000, а он все равно еще сидит и попрошайничает. Но он уже с другим выражением лица, потому что у него есть секрет. И вот у них, у всех, как будто есть секрет. Я смотрела на них, на их детей, на стариков, женщин, у которых очень трудная жизнь. Я видела, что у них всех какой-то общий секрет, и что этот секрет делает их счастливыми. И, кстати, вспомнила, что подобный взгляд я когда-то встречала в Сербии. Да, у многих сербов есть тоже что-то такое во взгляде, как будто они знают секрет.
Я это вспомнила там. И вот когда вы пригласили меня выступать, господин Расмуссен, потому что я жена премьер-министра, и для того, чтобы мой муж пришел сюда, на эту конференцию, иначе зачем вам было приглашать меня? Я ведь ничего не могу сказать на эту тему, правда ведь? Нет, нет, я вас не упрекаю, нет. В этом нет ничего плохого. Я вижу, что у вас тут интересная дискуссия, я рада, что я пришла. Я рада, что я смогла это сказать. Потому что я убеждена, что мы, развитые страны, пытаемся решать глобальные проблемы, но большинство из нас не знает, в чем их секрет. Мы не знаем, в чем секрет. А иранцы как раз именно такие люди, которые знают. У которых в глазах тоже есть это знание. У иранцев, мне кажется, в ментальности есть этот секрет, есть. И вот мы, не знающие, в чем секрет, пытаемся помогать тем, кто знает, в чем секрет. Вот, собственно, и все, что я хотела бы сказать по иранской проблеме. Спасибо. Спасибо за внимание. Да. И в чем же секрет? Это вопрос не ко мне, господин Расмуссен. Я журналист, я, простите, привыкла задавать вопросы, а не отвечать на них. Простите, Эмма. Вам не кажется, что вы все-таки снизили все до такой банальной темы, как они, мы, народы, знающие секрет, народы, не знающие секрет? Такая давно уже избитая тема о том, какие недуховные, но сытые мы, и какие бездуховные, но бедные они. Русские, насколько я знаю, очень любят упиваться этой темой. Я хорошо понимаю, о чем ты говоришь, Магнус. Мы с тобой давно знакомы. Мы с Магнусом учились вместе в университете. Я знаю его, Магнус, порядка 15 лет, я думаю. И знаешь, никогда в наших глазах я не видела, что мы знаем этот секрет. Я сама терпеть не могу эту инфантильную чушь о том, какая нация духовная, какая нет. И я не это хотела сказать. Я люблю свой народ. Я благодарна Господу за то, что я родилась и живу в этой стране. Но ты слышал, что я сейчас сказала? Ты знаешь секрет, Магнус? Какой нахер секрет, Эмма? Опомнись. Меньше нужно принимать ДМТ. Вот и весь, мать, твой секрет. Стоп, стоп, Магнус. Вы переходите все границы. Немедленно извините. Извините, пожалуйста. Искатели секретов, мать вашу. Прошу прощения у собравшихся. Я прошу прощения. В результате жаркой дискуссии не выдержали нервы у одного из участников. Ничего, бывает. Эмма, пожалуйста, извините. Ничего, ничего, господин Расмуссен, я его понимаю. Я тоже, знаете, я тоже, когда сидела там в Перу и смотрела на этих людей, я тоже порой присутствовала... Я чувствовала себе неудержимую злобу. Мне даже странно становилось, откуда во мне столько злобы. Я с самого детства столько злобы в себе не ощущала. А там вдруг из меня это просто полезло. И еще раз спасибо за то, что дали мне выступить. Кажется... Первый раз по-настоящему живая дискуссия получилась. Я прошу прощения у всех собравшихся, и у тебя, Эмма. Я действительно не сдержался. Прошу прощения, господин Расмуссен. Я был неправ. Однако могу ли я высказать сейчас несколько слов по этой теме? Мне кажется, что очень кстати будет именно сейчас. Ну, вообще-то сейчас не ваша очередь. Но если вам так хочется и... Если это снизит напряжение, только прошу вас, не говорите ничего агрессивного. Вот именно. Я как раз хотел сказать о чем-то именно приятном для вас, для всех. Ну, потому что вот ты, Эмма,
сейчас говорила, что встретила счастливых людей в Перу. Разве вы не знаете, что датчане по-настоящему счастливы? Ведь и официальное исследование говорит об этом, что Дания одна из самых счастливых стран в мире. Наша Хюгге является с примером для всего мира. Об этом говорит даже профессиональная статистика. Но дело-то даже не в этом, а в том, что мы действительно счастливы. Мы добры. Мы воспитываем с детства людей в атмосфере семейственности. У нас маленькие потребности, потому что мы живем в достатке. Датчане внимательны друг к другу. Мы дружелюбны, мы прекрасно проведем время в кругу семьи. Мы живем в контакте с природой. Да кому я это все рассказываю? Здесь же датчане. Разве мы с вами не знаем про себя, что мы по-настоящему счастливый народ? Именно поэтому я так разозлился, Эмма. И вот, раз уж все равно я влез без очереди, то, собственно, тогда уж выскажу то, о чем я думаю. Ну, я готовил вообще-то совсем другой доклад. Но сейчас мой доклад уже не актуален, потому что я понимаю, что наша дискуссия ушла в другую сторону. Поэтому вот я вот о чем вам хочу сказать. Я часто слышу это слово «духовность». Духовность, духовность. Духовная нация, не духовная нация. Что такое духовность? Разговор о Боге? Религиозность? Ну и что из всего того, что где-нибудь в России они себя считают духовными людьми? Ну и что? Что они духовнее, чем мы, датчане? Да в России самый большой процент избиения женщин на всем нашем континенте. Там пьянство, коррупция, насилие, агрессия, жестокость, брошенные дети, грязь. Ну где там ваша духовность? Где она там? В чем она? А мы здесь бездуховные. В Европе. Европейцы со своей заботой о пожилых людях, об инвалидах, со своими правами человека, со своим образованием, с той беспристрастной борьбой, которую мы ведем за свободу выбора, свободу сексуальной ориентации. Бездуховная Германия, которая приняла уже больше миллиона беженцев, этих, как утверждала наша Эмма, духовных людей из Сирии и Ирака, с секретом в глазах, которые потом взрывали, насиловали, давили машинами всех тех, кто их пустил. Эти духовные народы презирают нас, бездуховных европейцев, не имеющих секрета внутри. Так, Эмма? Твою мать. Магнус, Магнус, без выражений. Простите, мне кажется, что я что-то не понимаю в этой вашей духовности. Духовность — это что такое? Кто мне, может быть, скажет, а? Ну, я могу сказать. Прошу вас, отец Августин. Слово «духовность» происходит от понятия, христианского понятия Святого Духа. Вы тут говорите о таких вещах, как любовь, преданность, добродетели. Это все может быть результатом духовности, но не сама духовность. Духовность – это контакт со Святым Духом в своем сердце. Это скорее мистический акт, а не социальный. Аллах Акбар, одним словом. Ну, видите, ну, я думаю, комментарий здесь излишен. Представитель религии так все сказал. Все понятно. Вообще-то, Эмма, я думаю, что это твое депрессивное состояние, сомнение в себе, все это типичная наша европейская болезнь. Мне кажется, что это просто какой-то западноевропейский вирус из Центральной Европы, который просочился на нашу территорию. Ну, может быть, что-то это шведское или какая-нибудь еще депрессивная штуковина извне. Но это точно не наше. А на самом деле мы, датчане, живем в прекрасной стране. И мы счастливы. Вот что я хочу сказать. А в Иране люди не могут себя считать счастливыми. Да потому что все главные четыре права, о которых говорила Астрид Петерсон, там не соблюдаются. А то, что они знают какой-то там секрет. Какой секрет, Эмма?
Любить своих родителей, уважать свой народ, быть внимательным к окружающему миру, получать радость от общения с природой, с другими народами, уметь веселиться и грустить, не быть инфантильными, ну, брать на себя ответственность за свою жизнь. Вот оно, счастье. Мы счастливы, Эмма. Какой секрет? О чем ты? Спасибо за внимание. Госпожа Паулсон, вы хотите что-то ответить беспокойному Магнусу? Антракт 15 минут. Я рад пригласить следующего выступающего, писатель, публицист и философ Густав Йенсен. Уверен, что господина Йенсена не нужно представлять широкой публике, поскольку мы все знаем его по книгам. Особенно по его последней книге «Иллюзия твоей свободы», которая наделала у нас много шума. И именно поэтому мы и пригласили господина Йенсена поучаствовать в нашей дискуссии, поскольку в своей последней книге он как раз затронул именно те вопросы, которые у нас возникли сегодня. Прошу вас, господин Мир. Добрый день. Большое спасибо за приглашение и за предоставленную возможность выступить на такой интересной и замечательной конференции. Дело в том, что так называемая иранская проблема – это прежде всего проблема, связанная с тем, как быть нам, людям западной цивилизации, глядя на то, как живут и развиваются люди в Иране и подобных странах. Как быть нам, а не им? Вот как стоит вопрос. Поэтому на самом деле это не иранская проблема, это наша проблема. Как быть нам, глядя на то, как в Иране женщинам запрещают выходить на улицу с непокрытой головой? Как быть нам, когда за селфи с голыми запястьями женщину, замужнюю женщину, подвергает жестоким наказаниям и унижениям? Как быть нам, когда женщинам запрещают ездить на велосипедах, а известного кинорежиссера осуждают на 20 лет тюрьмы за то, что он позволил себе невинные критические высказывания в адрес Корана? Как быть нам, когда фанатичные настроенные диктаторы держат в подчинении целый народ, который нам симпатичен? Что нам с этим делать? Мы все ищем решение этой проблемы, которую мы называем иранской проблемой, и которая, как я уже сказал, на самом деле является нашей проблемой. Итак, наша проблема в том, что мы не можем спать почему-то по ночам,
От того, что огромное количество людей на этой планете почему-то лишено четырех основных вселенских прав. Право на жизнь, право получать информацию, право на свободное вероисповедание и мировоззрение, право на выбор сексуального партнера. Вот как звучит наша проблема. Повторяю, то, что я сейчас скажу, является сугубо моим личным мнением, право на которое мне предоставила Вселенная в лице Астрид Питерсон. Итак, если позволите. Человек, как нам известно, а нам, это я имею в виду всех собравшихся людей, образованное сообщество, людей, которые опираются на науку, на трезвый взгляд, на вещи. Так вот, человек появляется на свет не по собственной воле, а в результате сексуального акта своих родителей. Никто из нас не принимал этого выбора. Никакого не было добровольного решения о своем рождении. Мои родители захотели друг друга, переспали, и я появился на свет. А мою старшую сестру наши родители вообще зачали под ЛСД и при свечах. Но так или иначе, это не ее и не мой выбор, и даже не выбор Астрид Питерсон. Никто не выбирает свое рождение, так же, как и никто не в силах выбрать свою смерть. Когда вы умрете? Вы не знаете. Когда умрет ваш ребенок? Ваши родители? Когда умрет Астрид Питерсон? Разумеется, право на жизнь – это протест против насильственной смерти. Это декларация о том, что никто из нас не хочет умирать. Но, по-моему, смерть, как и рождение, приходит тогда, когда она должна прийти, а не тогда, когда мы этого захотели или не захотели. Если тебя не взорвут террористы в каком-то кафе в Париже, то тебя прикончит рак или катастрофа, или авиакатастрофа. Ну или ты дотянешь до старости и в придачу с каким-то Альцгеймером или Паркинсоном в придачу. Мы не можем выдвигать требования. Мы не можем выдвигать требования смерти, чтобы она не приходила за нами. Это абсурд. Жизнь – это хаотичное стечение обстоятельств, и право на жизнь не может находиться в руках человека. Тем более, насколько мне известно, Астрид Питерсон даже не является вегетарианкой. А значит, по ее мнению, коровы и свиньи не имеют права на жизнь, так что ли? Ибо они нищие существа по сравнению с людьми. А что касается получать право на информацию или знания, я тут вообще, признаюсь, запутался. Что есть что? Несмотря на то, что господин Ларсон пытался нам это объяснить, информация, знания, я слегка запутался. Но это не важно. Так вот, да, ну конечно. Мы хотим знать, и мы имеем право знать. Только вот вопрос, а что мы хотим знать? Сегодня, в эпоху информационных войн, мы с вами, кажется, поняли, что чем больше различной информации мы получаем, мы потребляем, тем меньше мы знаем, что на самом деле есть правда, а что нет. Информация как раз лишает нас. Лишает нас знания. Это факт. А кто, например, виноват в том, что происходит сейчас в Сирии? Ответ будет зависеть от того, какую прессу вы читаете или какой телевизионный канал вы смотрите. А не от того, что там происходит на самом деле. Да и потом, а разве в этом мире существует единая для всех реальность? Да, наша Земля, безусловно, круглая. Она крутится, да еще летает вокруг Солнца. И человек хочет иметь право об этом знать. Ну и что? Ну и что, что вы знаете об этом, дорогая Астрид Питерсон? Ну и что? И что, что вы знаете всю эту информацию о молекулах, об атомах, обо всех этих научных гипотезах и теориях? Ну и что? Вас это сделало счастливой? Разве вы можете сказать, что вы знаете о том, как тут все устроено? И что благодаря этому знанию ваша жизнь действительно изменилась? Если вы так считаете, то вы глубоко заблуждаетесь.
глубоко заблуждаетесь, потому что на самом деле вы не знаете ничего. Ведь главный-то вопрос о смысле вашей жизни все равно остается для вас загадкой. И вы все равно никогда не получите исчерпывающий ответ на вопрос, в чем смысл вашей жизни? Потому что, скорее всего, в вашей жизни нет никакого определенного смысла. Вы просто родились, живете и умрете. Вот и все. И вот мы подходим к главному человеческому заблуждению. Заблуждению о свободе. Но разве мы с вами, многоуважаемые ученые, профессора университетов и преподаватели, уважаемые люди, присутствующие на этой дискуссии, разве мы с вами не знаем, что человеческая жизнь складывается всего из двух-то основных факторов? Это гены и окружающая среда. Мы с вами – это гены наших предков и среда, в которой мы выросли. Вот и все. А где тут место для личной свободы? Где? О какой вообще личной свободе вы говорите? Когда ваша так называемая личность – это гены и воспитание. Все, что я есть – это то, что во мне было заложено моими предками, и что было развито в той среде, с теми условиями, в которой я вырос и воспитывался. Это никто из нас не совершает никакого выбора. Это выбор совершается в результате заложенных в нас установок. Это выбор, который я, как будто бы совершая на самом деле, продиктован моим воспитанием, моим настроением, моим физическим самочувствием и той ситуацией, в которой я сейчас оказался. Никакого вселенского права на свободу у человека нет и быть не может, потому что все обусловлено. Потому что нас зачали наши родители без нашего на то согласия. Потому что мы это продолжение всего лишь нашего длинного рода. Мы просто мешок генов всех этих наших предков. Обо всем этом весьма убедительно написал биолог Ричард Докинс в своей блистательной книжке «Эгоистичный ген». Мы – это гены. И эти гены, воплотившись в нашем теле, попали под влияние среды, в которой это тело развивается. И заметьте, в среде, которую это тело не выбирало. И что я тут не вижу с места? И что-то я тут не вижу места для всех этих ваших вселенских прав. Прав для кого? Для мешка с генами предков, выращенного в датском королевстве. И то же самое касается вашего чертового права на сексуальную ориентацию. Выбор, который определяется распределением хромосом при формировании нового тела, а также культурной средой. Причем сегодня в основном и гораздо в большей степени именно культурной средой, влиянием так называемой либеральной культуры. Вот и все. Извините, но я не могу спокойно сидеть и молчать. Я должна сказать. Я вижу, что сегодня в этой дискуссии с самого ее начала все время то одним, то другим выступающим все время допускается и проталкивается мысль о неважности человеческой жизни и о невозможности человеческой свободы. Для одного человека жизнь не важна, потому что есть что-то более важное, какой-то там бог. Для другого человека это набор молекул, обусловленный культурой и воспитанием. К тому же, говоря о том, что гомосексуализм является порождением либеральной культуры, и делая на этом акцент... Делал, Густав, делал! Я знаю тебя как облупленного. Ты хитрый лис и к тому же еще талантливый, к сожалению. И ты, прикидываясь тут да, таким писателем со странностями, на самом деле очень четко расставляешь акценты в тех моментах, местах, где тебе хочется. Ты умеешь формировать мнение, и это нам всем, ну мне во всяком случае, хорошо известно. Я вижу, как ты целенаправленно стараешься продвинуть мысль о том, что человек есть трус. Твоя идея в том, что человечество, боясь посмотреть правде в глаза, изобретает для себя все новые и новые правды. Новые правила жизни, идущие вразрез с реальностью естественной природы.
Человек ничто, и человек жалкий трус. И поэтому он выдумал такие вещи, как толерантность и демократия, только для того, чтобы сделать свою жизнь комфортной и уйти от реальности. Именно поэтому ты гомофоб, Густав. Я не гомофоб, Астрид. Ты гомофоб, Густав. Я была твоей женой несколько чудовищных лет, и я знаю тебя как облупленного. Но дело не в этом. Я просто хочу тебе ответить, дорогой Густав. И я хочу тебе ответить, потому что те идеи, которые ты целенаправленно проводишь в мир сегодня, к сожалению, благодаря таким, как ты, становятся крайне популярными. Я вижу в этом угрозу свободе человека. Я буду краткой. Так вот, дорогой мой. Если мы обратимся к науке, к настоящей современной науке, к современной психологии, к современной медицине и биологии с вопросом, что же такое человек и в чем его смысл, то мы получим вполне ясный ответ, который звучит примерно так. Смысл жизни человека заключается в самой его жизни. Смысл жизни в том, чтобы жить и развиваться в эволюционном развитии от низшего организма к высшему. Жизни есть смысл самой жизни. Жизнь в этом мире, в этом космосе. Вот в чем смысл человеческой жизни. Что такое человек? Это жизнь. Я живу. Я могу любить, я могу ненавидеть. Я могу желать. Ты считаешь, Густав, что моя жизнь обусловлена генетическим кодом и культурной средой? Да, это так. Но именно поэтому я абсолютно свободна в своем выборе. Потому что я и есть этот самый генетический код, потому что я и есть эта культурная среда. Я создаю эту жизнь, и я являюсь этой жизнью. Я проявляю эту жизнь через себя. В Саудовской Аравии я казню людей за гомосексуализм, а здесь, в Дании, я уважаю сексуальную свободу живого существа. Я делаю этот выбор в пользу от низшего развития к высшему, Густав. Я меняюсь, и меняется этот мир, и выбор есть. Выбор в изменениях, которые происходят, потому что я и есть этот выбор, и я и есть эти изменения, и я и есть эта эволюция. Я и есть космос. Я раскрываю себя во множестве своих проявлений. Я молекулы, я атомы, я вселенная, я правила, я закон, я сознание, я жизнь и смерть. Я свобода, смелость, отвага, благодарность и любовь, вот. Вы хотели бы что-то возразить, господин Йенсен? Абсолютно ничего. Мне кажется, что Астрид сейчас дала волю своим личным чувствам. Вы же слышали, что мы когда-то были мужем и женой. Но мне нечего возразить. Густав, я прошу прощения за то, что сегодня взяла на себя слишком много вашего внимания. И, кстати, я уже 2 года как являюсь вегетарианкой, признавая права за животными на их жизнь. Я очень рад. Но я по-прежнему хочу сказать, что мне на самом деле нечего возразить, потому что каждый мыслит согласно тому, каким он является. Астрид Питерсон является Астрид Петерсон. И мыслит как Астрид Питерсон, даже несмотря на то, что она уже сейчас вегетарианка. И она приписывает мне мысли и идеи, которых у меня нет. Ну или во всяком случае, которые она, возможно, неправильно как-то понимает. Потому что видит реальность такой, как она хочет видеть. И может ее видеть согласно ее характеру. Я думаю, что я являюсь чем-то другим, совсем не тем, чем видит меня Астрид Питерсон. Как, впрочем, и все люди вокруг. Никто никого не знает, никто никого не видит. Потому что все смотрят на мир через призму своих личностных установок. А все эти скандалы вокруг меня и моих книг вызваны только тем, что я, в отличие от большинства людей, позволяю себе открыто выражать свое мнение, которая действительно по своей слабости и своей трусости многие люди в обществе прячут от самих себя. Причем я это, когда я выражаю это мнение, я его никому не навязываю. Я просто его выражаю. Личность не может быть свободна. Потому что само понятие личность уже является тюрьмой. Но в одном я, пожалуй, соглашусь с Астрид Питерсон. Да, люди сами создают себя, себе подобных. Иранцы создают свой непримиримый ислам, русские свою коррупционную сеть, англичане свой Брекзит, а американцы того американского президента, которого они сейчас имеют. Но выбора-то ни у кого нет, потому что все получается именно таким,
каким оно получается. Потому что все мы такие, какие мы являемся, и точка. Спасибо за внимание. Простите, Густав, я хотел бы вас спросить. Да. Патрик Нильсен, заведующий библиотекой Орхусского университета. Очень приятно, Патрик. В начале своего выступления вы сказали, что иранская проблема на самом деле это наша проблема. И что мы здесь, потому что не знаем, как нам жить с этой проблемой. Ну и как нам жить, господин Йенсен? Два года назад мой старший сын покончил с собой. Он повесился у себя в комнате. Ему было всего 18 лет. А на его стене огромными черными буквами было написано: «Я исчез». Он слушал слишком много этой вот проклятой black heavy metal музыки. И кажется, был гомосексуалистом. Правда, нам с женой он не признавался. Думаю, очевидно, что я к этому очень плохо отношусь. Что, однако, совсем не так. Ладно, это не важно. Как нам жить? Как нам жить, Патрик? Смотреть правде в глаза, что бы ни случилось, не предавать своих убеждений. Не называть белое черным, если ты видишь, что это белое. И настаивать на своем, даже если твои убеждения идут вразрез с убеждениями всего общества. Наверное, так. А что вы называете белым, Густав? То, что называю белым, то и является белым, господин Расмуссен. У каждого своя правда. Господин Йенс, у меня вопрос. Я читал ваши книги, и последнюю тоже. И я никак не могу ухватить одну вещь. Мне понятно, о чем вы пишете. Не могу сказать, что я совсем согласен. Как, например, и с некоторыми вещами, о которых вы говорили сейчас. Но многое из того, что вы пишете, мне интересно. Но только я никак не могу ухватить вашу смысл. Не знаю, как бы точнее выразить. В чем смысл? Или в чем смысл жизни для вас? Я знаю, вы атеист. Но пишете о духовных проблемах. Так в чем, по-вашему, смысл? Ну, я боюсь, что это вполне личный вопрос. И он не касается иранской проблемы и этой темы. Так что мы как-то, мне кажется, уходим в сторону. Мы тут все время уходим в сторону. Так что ничего страшного. Тем более, что это все-таки имеет отношение к разговору. Потому что я вот сейчас слушал и не мог понять, к чему вы все это говорите. Я это говорю ни к чему. Абсолютно ни к чему. Меня пригласили выступить. Я согласился. А в чем смысл моей жизни? Честно говоря, я думаю, что... Я не думаю, что он есть господин Ларсон. Мне очень лестно, что такой серьезный человек, профессор, как вы, читает мои книги, но мне кажется, все мои книги как раз таки говорят о том, что никакого смысла нет. Как нет и никакой свободы выбора. Жизнь просто течет. Хорошее название для следующей книги, господин Йенсен. Спасибо за идею. Жизнь просто течет. Спасибо. Это Оливеру Ларсену спасибо. Вам всем спасибо. Извините, если я кого-то обидел. Я никого этого не хотел. Спасибо, господин Йенсен. И мне бы, однако, хотелось подчеркнуть, тем более, что здесь присутствует премьер-министр, что мнение организаторов конференции не всегда совпадает с мнением тех, кого мы приглашаем. Но именно в этом и заключается ценность нашей дискуссии. В возможности свободно высказывать свое мнение, даже если оно не популярно и противоречит основным принципам и ценностям общества. Господин Расмуссен, у меня вопрос лично к вам. Какой цели вы пытались достичь, когда организовали эту конференцию? Ну, кстати, это хороший вопрос. И спасибо вам за этот вопрос, господин Кристенсен.
Потому что вот это, именно это я и хотел бы возразить нашему писателю Густаву Йенсену. Понимаете, дорогой Йенсен, дорогой Густав, мы здесь собрались не только потому, что не можем спать по ночам из-за того, что в Ираке и в других странах нарушаются вселенские права, так как вы это обозначили. Но, скорее всего, мы здесь собрались прежде всего потому, что после войны в Сирии, после серии терактов в Европе, после волны беженцев, после того, что сейчас происходит в США и с Евросоюзом, мы наконец-то начали осознавать, что все эти события, они напрямую касаются и всех нас. Мы все живем в одном мире. Мы находимся в одной лодке, которая, как мне кажется, слегка протекает. А может, даже и не так уж и слегка. Может быть, она совсем хорошо протекает. И знаете, и это сейчас касается не только нас, это касается и Австралии, и Новой Зеландии. И недаром правительства этих стран сегодня также активно участвуют во всех политических процессах. И еще, господин Йенсен, мы не спим по ночам не только потому, что в Иране женщину сажают в тюрьму за селфи с голыми запястьями, но прежде всего мы не спим потому, что этот народ, возможно, очень скоро будет иметь атомную бомбу, которую он грозится при первой же возможности сбросить на голову Израиля. Мы не спим и беспокоимся из-за того, что диалог с иранским правительством вести довольно-таки сложно по причине тотально различных человеческих ценностей, наших западных и их. То же касается и России. Нас Дания не может беспокоить, что у власти такой могущественной ядерной державы, как Россия, стоят политики, имеющие систему ценностей, которая кардинально отличается от нашей системы. В системе российских ценностей человека и его права не находятся на первом месте. Там на первом месте находится сила и власть. И нас не может это не беспокоить, как и весь остальной цивилизованный мир. Вот именно поэтому мы и собрались здесь поговорить про Иран. И поговорить не с политической перспективы, а именно с ценностной. Цель нашей конференции – выяснить, действительно ли существуют какие-то особенные духовные и нравственные ценности у таких стран, как Иран, которые мы тут на Западе просто не в состоянии понять. Возможно, мы действительно что-то не понимаем про них. Но так ли это? Или на самом деле люди в Иране или в России просто находятся под воздействием мощной пропаганды и испытывают невероятный страх перед любыми видами свободы? Ведь свобода рабу всегда кажется очень страшной, поскольку она требует от раба перестать быть рабом и стать самим собой. А это очень неприятно и страшно. Или, возможно, я ошибаюсь и действительно чего-то не понимаю про эти народы и их политику. Разобраться в этом и есть цель нашей конференции, господин Кристенсен. Спасибо, господин Расмуссен. Я задал вопрос о цели нашей конференции, потому что меня в последнее время вообще интересует цель. Вообще тема цели. Цель как таковая. Понимаете, если нет цели, то куда мы идем? Если я собрался поехать в город Орхус, к примеру, то я выхожу из дома и знаю, куда я еду. Я еду на вокзал. Потому что я хочу сесть на поезд, чтобы добраться до Орхуса. И если по дороге на вокзал я встретил своего приятеля, и мы зашли в кафе выпить кофе, то все же мое время обусловлено тем, что мне нужно успеть на поезд, на вокзал. Я пью кофе, разговариваю с приятелем, но все равно посматриваю на часы. Потому что я живу целью попасть в Орхус. Цель определяет движение, цель задает смысл всему. А какая у нашей страны, у Дании, общая цель? Благополучие граждан, создание условий для культурного развития, создание условий для экономического развития. Но все эти цели, это цели только для социальной жизни. А какова цель жизни вообще? В чем цель человеческой жизни? Любить свою семью, быть добрым и внимательным,
Быть полезным своему народу? В чем? Или, как определила Астрид Петерсон, создать условия для раскрытия потенциала свободы, заложенного внутри нас? Но тут-то я, скорее всего, вынужден согласиться с Густавом Йенсеном. Как бы мне этого не хотелось. Но приходится признать, что вряд ли человек имеет какую-то свободу выбора в мире, который полностью обусловлен и детерминирован. И все мы зависим от наших генов и воспитания. Значит, получается, что наша цель – это всего лишь комфортная жизнь? Давайте назовем эту вещь своими именами. Цель западного общества, где в основе всего и мерилом всего является человек и его права. Целью этого общества является комфорт человека. Комфорт – цель нашей цивилизации. А целью иранца является Аллах. Извините, что я занял не свое время. Спасибо. Ну и сейчас, я думаю, самое время предоставить слово представителю религии. И я с радостью приглашаю для выступления пастора Евангельской лютеранской церкви Дании, отца Августина. Отец Августин довольно известная личность у нас в Дании. Особенно это связано с скандалом вокруг концерта датской панк-группы церкви Святого Павла, в которую служил, собственно, отец Августин. Вернее, с его протестом против этого концерта. Напомню, что несколько лет назад датская панк-группа Black Mass собиралась сыграть концерт в поддержку российской группы Pussy Riot, когда солисток этой группы в России посадили в тюрьму за их выступление в православном храме. И наша панк-группа Black Mass решила сделать свой концерт в храме. И именно в храме от церкви Святого Павла, настоятелем которой являлся отец Августин. Несмотря на разрешение самого епископа, тем не менее, он не впустил группу в помещение церкви и не позволил состояться этому концерту. Но я думаю, что мы все тут хорошо помним этот скандал, поскольку это обсуждалось повсюду и в прессе, и в каждом доме. И поэтому большинству датчан отец Августин известен именно через этот случай. Да и вообще, не обижайтесь на меня, отче, но репутация у вас и без этого скандальная. Поэтому я очень рад, что сегодня могу представить уважаемого отца Августина не только как священника с радикальными взглядами, но прежде всего как незаурядного ученого. Потому что отец Августин, кроме того, что он служит мессы, является также и профессором Копенгагенского университета факультета теологии. Он автор великолепной книги по истории средневековой иконы, а также соавтор обзорного альманаха «Христианство в Скандинавии». В прошлом году отец Августин принимал участие в международной конференции по проблеме христианства на территории Сирии. И сама конференция проходила в Дамаске. И на этой конференции присутствовал президент Сирии и высшее духовное мусульманское руководство страны. Я также присутствовал на этой конференции, и мне довелось услышать выступление отца Августина. И скажу вам, что речь его была одна из самых сильных эмоциональных. И насколько я знаю, как мне потом говорили, эта речь оказала сильное воздействие на президента Сирии и помогла в решении многих важных вопросов, связанных с христианством на территории этого сложного региона. Прошу вас, отец Августин, вам слово. Добрый день. Мне очень жаль, что мое имя стало так популярно благодаря этому скандалу в церкви Святого Павла. И мне очень жаль, что в этом был привлечен премьер-министр и еще многие люди. Я не хочу сейчас тратить свое время на то, чтобы опять возвращаться к этому и обсуждать эту проблему. Я хочу сказать более важные для меня вещи, то, что меня на самом деле тревожит. И, как мне кажется, это очень важно и очень важно услышать именно здесь. Вот что я хочу сказать, дорогие братья и сестры. Тарелка — это посуда, из которой едят суп. Из глубокой тарелки едят суп, а из плоской тарелки едят спагетти и другую еду. Помадой женщины красят губы. Рубашка одевается на тело. Обувь надевают на ноги.
На кроватях спят. В унитазы какают, писают. И еще туда иногда смывают прокисший суп. В любви объясняются тому, кого любят. Ну или обманывают иногда самих себя. Ложь — это когда знаешь, что лжешь. Сахар сладкий. Законченные истории имеют начало, середину и обязательно конец. Пьесы играют на сцене. Лиса имеет отличие от волка. Медведь отличается от утки. Круг не похож на квадрат. Мысль имеет смысл. Мужчина оплодотворяет женщину, чтобы иметь ребенка. Растения тянутся к солнцу. Вода жидкая. В церкви служат Богу. На рок-концертах играют рок-музыку. В бассейнах плавают. От вина пьянеют. Курение вредит здоровью. Ну, от переизбытка сладкого полнеют. От болезни болеют. Когда режешь лук, могут потечь слезы. Стейк из говядины — это убийство коровы. Аборт — это решение прервать человеческую жизнь. Телефон, чтобы звонить. Кровать, чтобы на ней спать. Или валяться, или смотреть телевизор, а если вы ребенок, то тогда прыгать на ней. Брюки надевают на ноги, а шляпу на голову. Один человек отличается от другого, кстати. Один художник отличается от другого. Одно произведение отличается от другого. У вещей есть границы. У вещей есть свое место. И свое предназначение. Ботинки надевают на ноги, солнцезащитные очки называют солнцезащитными, потому что они защищают глаза от солнца. Сальвадор Дали отличается от Веласкеса, Шекспир от Чехова. Колготки для женщин, презервативы для мужчин. Яблоко — фрукт, форель — рыба, волк — животное, лекарство от болезни, ЛСД для транса. Шутки для смеха. Христос — это христианство, Будда — это буддизм, Мухаммед — это ислам. Здравствуйте при встрече, до свидания при расставании. И именно, понимаете, именно поэтому Эйнштейн явил нам теорию относительности. Именно потому, что все относительно, потому что жизнь — это динамический поток и нет ничего постоянного. Именно потому, что Господь нам открыл квантовую физику, именно потому, что есть теория параллельных миров, есть интегральная теория и еще целая куча всяких теорий. Именно потому, что восприятие человека субъективно, и сколько людей, столько и разных мнений. Именно потому, что все мы разные. Вселенная – это многообразие, миллиарды вариантов. Именно потому панк-группе под названием Black Mass не следует выступать в концертном в зале христианской церкви. Группе, в репертуаре которой есть песни со словами «Вызови тьму» и «Освободи сатану», не место в храме, где люди собираются совсем для другого, понимаете? Всему свое место. Каждая вещь имеет свое значение, у всего свое предназначение. Энергия беспрепятственно течет там, где форма соответствует содержанию. Чем точнее форма соответствует содержанию, тем сильнее в ней течет жизненная сила. Поэтому смысл не в поиске новых форм, а в создании форм, подходящих содержанию. Не новые формы нужно искать, а нужные. Не экстравагантные, а раскрывающие содержание, потому что форма и содержание — это одно и то же. Форма бокала и содержание бокала — это одно и то же. Нет смысла называть предмет книгой, если его нельзя читать. Нет смысла любить без любви, завидовать без зависти, ненавидеть без ненависти, осознавать без осознанности, а молиться без молитвы — нет смысла. Мы сошли с ума и под видом свободы превратили свою жизнь в абстракцию. Боясь нарушить правила человека, мы готовы горячее назвать холодным,
синее назвать желтым. Нашим девизом стала фраза «каждый видит все по-своему», и мы стали верить, что у вещей есть множество разных функций. И главное, что мы поверили в то, что у человека есть множество предназначений, кроме того, чтобы быть человеком. Мы сошли с ума, ребята. Потому что манго – это сладкий фрукт. Кокос растет на пальме. Резиновые затычки для ванны продаются в магазине рядом с моим домом. А люди созданы для того, чтобы быть людьми. А что значит быть людьми? Это значит выполнять свое предназначение. Предназначение человека. Комар создан для предназначения комара. Лошадь имеет предназначение лошади. Человеку нужно понять и исполнить свое предназначение в этой жизни. А какое предназначение человека? Как священник я должен ответить: Бог и только Бог. Цель и предназначение человека – Бог. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы говорить вам об этом? Я пыль и экстравагантный священник-скандалист, выгнавший сатанинскую панк-группу из церкви и тем самым нарушивший вселенское право художника ходить в туалет там, где ему хочется. Я никто, я пыль, я не имею права говорить вам, в чем смысл жизни, хотя для меня он ясен. Но одно я позволю сказать себе. Вы говорите, у человека есть права, я говорю, у человека есть обязанности. Вы говорите, мир это да, я хочу сказать, что мир это нет. Потому что именно нет делает человека живым. Именно нет делает человека живым. Нет, это нет дает христианским священникам в Сирии силы быть убитыми, быть изнасилованными, быть смелыми и быть собой. Каждый предмет имеет свой подлинный смысл, свое предназначение, свою суть, выраженную в соответствующей форме. И хватит уже оправдывать свою лень, свое желание комфорта, свое неумение и невладение ремеслом каким-то там вселенскими правами на свободу. Неужели Вселенная дала нам право рисовать все эти безвкусные современные иллюстрации в детских книгах и с токсичной цветовой гаммой и бездушными мертвыми героями? Неужели эта Вселенная дала нам право создавать все эти никому непонятные картины под видом современного искусства, снимать все эти патологически нездоровные фильмы? Неужели Вселенная дала нам право так ставить пьесы в театре, что ни один, даже самый проницательный зритель не отличит Ипсона от Мольера, комедию от трагедии, имитацию от подделки, от свободы? Свобода, говорите вы, только рабы ищут свободу, потому что не знают ее и не знают, что это такое. И кто вам сказал, что традиция мертва? Кто из вас последовал хоть одной традиции и научился ей? Те, кто отрицают традиции, кто их не понял, кто их не имеет и им не научен, а те и отрицают эти традиции, а те, кто воспитан в традиции, кто отдал себя служению, кто научился и стал мастером в своей традиции, тот знает, что именно традиция соединяет душу с источником всех вещей, потому что традиция соединяет преемственность и непрерывность. Итак, суть традиции – это сохранение связи с источником всех вещей. Именно в этом-то и заключается главный смысл всего – в источнике всех вещей. И настоящая традиция, какой бы старомодной, неактуальной, устаревшей она ни казалась, именно традиция соединяет душу человека с этим источником, источником всего. И только тот, кто познал традицию, кто отдал ей себя целиком и овладел ремеслом, сутью, смыслом традиции, став великолепным мастером, только тот имеет право эту традицию реформировать и менять. А больше никто. Мастера меняют мир, а не те, кто требует своих прав. И последнее. Свобода – это когда ребенок пришел домой, снял обувь, умыл руки, сел за стол, сделанный плотником, на удобно сделанный плотником стул, подвинул к себе глубокую тарелку с супом, понюхал суп и сказал своей матери: «Мама, я не хочу есть этот суп». А мать ответила: «Ничего другого на обед больше нет. Если не хочешь есть, то выходи из-за стола». И тогда ребенок подумал, взял ложку и начал есть. И вдруг почувствовал вкус и почувствовал свою свободу. Потому что свобода — это наше решение сказать «да» миру, который говорит нам «нет». Спасибо за внимание.
по-вашему, уважаемый отец Августин, когда священник предлагает десятилетнему мальчику украсить его одиночество детской нежностью взамен на благословение Господа, такие вот слова были сказаны, твою мать. И этот мальчик, по-вашему, должен сказать этому священнику свое духовное «да» и обхватить своими детскими ручонками член этого священника и обрести таким образом свободу, став святым, так? Ваше страдание, Мамбус, происходит от того, что с вами это произошло. От того, что вы не можете выпустить свое страдание наружу. Да, нужно сказать не тому ужасному священнику, а той невероятной боли, которая живет в вашем сердце с тех пор, как с вами это случилось. И эта боль никак не может выйти из вашего сердца. Потому что на протяжении всей своей жизни вы пытаетесь сделать вид, что никакой боли внутри вас как будто бы и нет. Что же мне делать? То же, что и нам всем. Плакать и любить. Хорошо, господин священник, я подумаю об этом. Спасибо. Куда плывет эта лодка? Без человека, без весел, без определенного смысла. Совершенно одна. Уносимая течением реки, эта лодка плывет за тобой. Стой на своем месте и жди. Это современная иранская поэзия. Так просто вдруг пришло на ум. Дамы и господа, я думаю, для всех нас большая честь пригласить к этой кафедре всеми нами уважаемого маэстро Паскуаля Андерсона. Разумеется, маэстро Паскуаль Андерсон – величайший дирижер 20 века и почетный гражданин Дании. В представлении он не нуждается. Но мне бы хотелось сказать о том, что когда в этом году мы все отмечали его 60-летие, нашего маэстро и его величество королева Дании вручала ему высшую награду Дании – орден Дарденброр, то благодарственная речь господина Андерсона была преисполнена такой мудрости и такой художественной целостности, что ее даже решили включить в школьную программу в виде обязательного обучения. Так что я, как и все, думаю сейчас в предвкушении того, что скажет наш уважаемый и любимый всеми датчанами маэстро Андерсон. Прошу вас. Благодарю. Здравствуйте, друзья. Я не скажу ничего особенного. Я не буду говорить долго. Вот уже обо всем было сказано и без меня. Мы все тут любим критиковать устаревшие традиции. Правда, ребят? Я, знаете ли, тоже, как и все вы, за смерть смерти и за жизнь жизни. Ведь мертвое вроде бы и должно умереть. Только ведь на самом-то деле все дело совсем не в вопросе, кто прав, а кто не прав. А все дело в единственной подлинной правде, дорогие мои. Но знаем ли мы, что такое правда? Получили ли мы ее? Прикоснулись ли мы к ней? Многие тут, наверное, как и выступавший Густав Йенсен, как и большинство в западном мире думают, что правда у каждого своя. И что существует много, много правд. Но это ошибка, дорогие мои. Ведь правда лишь одна, и она только об одном. Понимаете ли вы то, о чем я сейчас говорю? Что же касается традиции, то традиция сохраняется живой тогда, когда в сердце этой традиции находится правда. Правда делает традицию живой. Правда делает живой нашу жизнь. Правда и есть жизнь. Не спрашивайте меня, что я имею в виду. Не спрашивайте меня, о какой правде я говорю сейчас. О правде не рассказывают на конференциях. Правду не обсуждают в дискуссиях. С правдой соединяются. Правде стремятся и ее получают. Правда это и есть цель. Правда и есть главный смысл нашей жизни. Что такое правда? Правда о чем?
Я не могу вам сказать. Да и никто не сможет, потому что правда находится за пределом всех наших представлений. Правда — это то, что ощущается сердцем, то, что чувствуется. Чувствуете ли вы то, о чем я говорю? Вот главный вопрос. Чувствуем ли мы? Есть ли в нас та самая главная человеческая черта — глубоко и правильно чувствовать? В ком-то она есть, в ком-то она слабо, очень слабо развита. А кто-то вообще живет лишь разумом и эмоциями. А я говорю вам о чувственности. Чувства и эмоции — это не одно и то же. Эмоции поверхностны, и ими охвачен весь мир. А вот чувство — это то, что достигает глубин. Чувствовать — это означает чувствовать самое главное. Чувствовать означает приближаться к правде. Это значит иметь шанс прикасаться к правде и познавать ее, чтобы понять, в чем заключается роль и смысл традиции, дорогие мои. Нам сперва нужно понять, в чем цель нашего бытия. Это значит иметь шанс прикасаться к правде и познавать ее. Нам нужно узнать, для чего мы живем. Для чего мы собираемся на такие вот конференции? Обсуждаем неизвестный нам народ, неизвестные традиции, в неизвестной стране, с неизвестными нам людьми. В самом деле, для чего? И последнее. Дорогие мои, всем нам необходимо понять одну очень важную вещь. Мы должны понять, что такое миф, и научиться его правильно воспринимать. Мы должны понять, что не существует никакого другого Иисуса Христа, кроме того, который ходил по воде. Что не существует никакой другой Девы Марии, которая родила младенца, не познав мужчину. Не существует никакой другой Библии, Корана, Талмуда, отдельно от религии, что Зевс, Аполлон, Христос, Будда – это мифическая реальность. А мифическая реальность – это реальность, разворачивающаяся перед нами в виде чувственного, сакрального образа. И этот мифический образ действительно сакрален и действительно свят. Миф – это не сказка и не скрытые подсознательные комплексы. Миф – это энергия Вселенной, которая говорит с тобой на понятном тебе языке. Миф – это язык Вселенной. Соприкасаясь с мифом, мы соприкасаемся с правдой, сокрытой в этом мифе. Миф – это реальность, а реальность – это то, что происходит с нами в настоящем моменте, а не в нашей памяти. А традиция – это правило жизни, которое призвано удерживать наш ум и наше сердце от обманчивой иллюзии. От иллюзии свободы человеческой личности. Потому что единственная свобода, которая дана человеку, это свобода от самого себя. Спасибо за внимание. Есть ли у вас какой-нибудь вопрос? Есть. Прошу вас. Какова же, по-вашему, роль образования и науки в развитии человека? Мы по ошибке думаем, что существуют две жизни. Жизнь мирская и жизнь духовная. Но на самом деле есть только одна жизнь. Жизнь духовная. Не бывает недуховной жизни. Светская жизнь – это просто иллюзия. Ее имитация. Вот и все. Поэтому светское образование не имеет никакого смысла.
Человеку не нужно быть образованным, ему нужно быть духовным. А светское и научное образование ни к чему не приводит. От того, что вы знаете, что Земля крутится вокруг Солнца, от того, что мы открыли все эти молекулы, атомы, изобрели эти компьютеры и смартфоны, от того, что мы сможем полететь на Марс, победим опасные болезни, увеличим продолжительность человеческой жизни. От этого мы не обретем никакого знания. И наша жизнь не станет реальнее, а все так же будет являться тем, чем она является для подавляющего большинства. Осмелюсь спросить, и чем же жизнь является для подавляющего большинства? Трагикомическая ошибка о важности своей личной свободы и паническим страхом перед взрывом бомбы в метро. Но что же такое толерантность, свобода личности, эволюционное развитие? Что это такое, маэстро? Это твой личный комфорт, Филипп. И я только хочу еще раз напомнить всем собравшимся, что мнения отдельных выступающих могут и не совпадать со мнением организаторов конференции и с мнением присутствующих в зале. Потому что иногда мне кажется, что я слышу что-то такое, что просто не укладывается в моей голове. Или, возможно, я просто не понимаю, куда все это девается после того, как оно окончательно исчезнет. Куда деваются эти сны? Куда летят эти чертовы птицы? Неужели они действительно летят на какой-то там загадочный юг? И куда все-таки плывет эта странная лодка? Без человека, без весел, вниз по течению. Неужели она плывет из моих детских воспоминаний в мое неизвестное будущее? Бывают такие минуты в моей жизни, когда я просто перестаю что-либо понимать. Тем привычным способом понимания для меня, тот способ понимания, которому научили меня родители, моя школа, мой университет, иногда он просто перестает работать. И я действительно не знаю, как и при помощи чего мне воспринимать этот мир. И, к сожалению, наша конференция подходит к концу. Мы должны заканчивать нашу дискуссию. И было бы, конечно, неправильно не предоставить слово, собственно, представителю того народа, о котором мы тут говорим. И, слава богу, такая возможность у нас есть. Друзья, я бесконечно счастлив пригласить за эту кафедру нашу дорогую гостью, знаменитую иранскую поэтессу, писателя, философа, общественного деятеля и лауреата Нобелевской премии госпожу Ширин Ширази. И для тех, кто не знает историю Ширин Ширази, я должен сказать пару слов. Когда Ширин было 17 лет, она издала сборник любовной лирики, за которую получила Нобелевскую премию по литературе. В 17 лет. И это поистине великие стихи. Они, кстати, переведены и на датский язык. Невероятная и прекрасная поэзия. Но в ее стране эти стихи сочли богохульными. И Ширин была приговорена к смертной казни. Правда, в результате международного давления со стороны многих стран и авторитетных политиков смертную казнь удалось заменить на 20 лет домашнего ареста, который закончился буквально 3 месяца назад. И Ширин смогла выехать из Ирана в Европу, чтобы принять участие в расширенной конференции в Берлине о проблемах мусульманских женщин, проживающих в Европе. И я счастлив, что Ширин Ширази согласилась заехать и к нам и выступить на нашей конференции. Спасибо, Ширин. Для нас это большая честь. Добрый день. Большое спасибо за то, что пригласили, что дали возможность принять участие в этой замечательной дискуссии. Жаль только, что такой разговор не может состояться в самом Иране, с участием иранской прогрессивной общественности и властей. Но я вижу, что сегодняшний разговор оказался очень полезным именно европейскому обществу.
Я счастлива, что на примере Ирана вам удалось коснуться таких важных вопросов, которые тут были поставлены. Готовясь к своему выступлению, я много думала, о чем мне стоит сказать. И, честно говоря, я подготовила доклад на тему, в которой меня считают специалистом, а именно женщина и ее свобода в исламских странах. Но, слушая сегодняшнее выступление, я все больше и больше понимала, что на самом деле я хочу сказать совсем о другом. Поэтому я решила отменить свой доклад на объявленную тему и просто поделиться со всеми собравшимися личными чувствами, чувствами женщины, чувствами мусульманки, иранки, живущей в стране, о которой сегодня так много говорят. И не только на вашей конференции, но и по всему миру. И вот что я хотела бы сказать. Когда я впервые узнала настоящую любовь, мне было 14 лет. Именно тогда я встретила своего возлюбленного. И когда я узнала своего возлюбленного, в эту самую секунду я поняла, что меня больше нет. Мне было очень страшно, потому что я знала, что с этого дня меня будет все меньше и меньше, а моего возлюбленного все больше и больше. Я знала, что скоро наступит момент моей жизни, когда никакой моей жизни больше не будет, а будет только его жизнь. Мне было страшно, потому что я чувствовала, что любовь заберет у меня все, что я имею, все, чем я являюсь. Я ясно понимала, что мне придется отдать этой любви абсолютно все. Я должна была отдать свое тело, свои мысли, свои тайные секреты, свою свободу. Когда мне было 13 лет, у меня еще была своя собственная свобода. Эта моя собственная свобода находилась внутри меня. Знаете, я открою вам свой секрет. Я мало кому рассказывала об этом, а вот сейчас расскажу. С раннего детства я научилась уединяться. В каком-то незаметном месте нашего большого дома закрывать глаза и думать, о чем я захочу. Я была достаточно честна сама собой, и там, внутри себя, я всегда думала так, как мне хочется. Я ни с кем не делилась своими мыслями, потому что большинство из этих мыслей были в моем обществе преступны и были запрещены. Но внутри себя я не боялась этих мыслей. Я сидела с закрытыми глазами в углу под лестницей и думала так, как я хочу и о чем я хочу. Но внутри меня я позволяла себе думать так, как никто не имеет права думать в моей стране. Я думала о том, о чем никому, никому нельзя думать. Я думала о том, за что в моей стране любого человека, и не только женщину, могут подвергнуть суровому наказанию и даже лишить жизни. И там, в эти минуты под лестницей,
я сидела с закрытыми глазами и чувствовала себя абсолютно свободным человеком. Я была свободна сама перед собой. Я проделывала это почти каждый день. Выбирала свободные минуты, пряталась от всех остальных, закрывала глаза и была свободной. В эти минуты моей личной свободы доставляли мне невероятное наслаждение, почти экстаз. Это моя личная свобода со закрытыми глазами в моем уме стала для меня настоящим наркотиком. В стране, где за несколько неосторожно сказанных слов тебя могут лишить жизни, я научилась получать полную, абсолютную свободу у себя внутри. Помню, как я ждала этого часа, и как только выдавалась такая минутка, я тут же бежала в свое тайное укрытие, закрывала глаза и становилась свободной. Я думала обо всем. Я не запрещала себе ничего, потому что мне и так было все, все запрещено. Поэтому там, в своем внутреннем мире, я разрешала себе все, все-все, до самого-самого конца, все. О, Всевышний, какое это было наслаждение думать обо всем, о чем нельзя. Какое это было великое счастье. Какая это была невероятная личная свобода. Не бояться своих собственных мыслей, любых своих мыслей, всех своих мыслей. И даже сейчас, когда я вспоминаю об этих днях, то мурашки бегают по моему телу. Но вот когда мне исполнилось 14 лет, и я встретила своего любимого, то помимо огромной радости от ощущения великой любви, я испытала также и страх от того, что перед своим возлюбленным я больше не смогу скрывать ничего, ни одной своей тайной мысли, и что с этого момента, как в моем сердце поселилась любовь, с этой минуты я потеряла свою личную свободу. Я буду принадлежать ему. И вот тогда во мне вдруг закралось сомнение, а хочу ли я расстаться со своей свободой, чтобы перестать быть собой? Были минуты и даже целые дни, когда я думала, а не отказаться ли мне от этой любви? Не вернуть ли мне все обратно, не остаться ли мне навсегда только сама с собой, сохранив свое драгоценное, что у меня было, мою свободу. Был момент, когда я даже думала о самоубийстве, поскольку мне показалось, что лучше лишить себя жизни, чем лишить себя свободы. Но после того, как мой контакт с моим возлюбленным становился все сильнее и сильнее, то и любовь все больше и больше наполняла мое сердце. И вот вы знаете, однажды наступил такой день, когда я наконец-то решилась отдать
отдаться своему возлюбленному целиком. Но перед тем, как сделать это, я решила еще раз, последний раз в своей жизни, спрятаться в своем укромном месте и закрыть глаза. Я так и сделала. Закрыла глаза и позволила мыслям последний раз течь совершенно свободно, свободной рекой. Я стояла с закрытыми глазами и ждала. Я делала так, как всегда, но на этот раз мои личные свободные мысли почему-то не появились, и не появлялись, и не появлялись. Я ждала очень долго, наверное, около часа. Ни одной свободной мысли так и не пришло мне в голову. Там внутри меня отныне был только он, мой возлюбленный. Там внутри меня была только любовь. Я чувствовала, что слезы счастья текут по моим щекам. С этого момента во мне уже никогда больше не было того страха, который я испытала перед внешним миром, от которого я пряталась в тайном месте, чтобы быть свободной. Я стояла и плакала. Я чувствовала, что вот только сейчас, только именно сейчас я и стала по-настоящему свободной. Потому что мне нечего скрывать и нечего бояться, поскольку меня больше не волнует ничего из того, что нельзя и о чем не разрешено думать. Теперь я ясно понимала, что я хочу только одного, больше и больше любви. И тогда я обратилась к своему возлюбленному и отдалась ему вся, до самого конца, без остатка. И чем больше я отдавала себя, тем больше, полнее и осмысленнее становилась моя жизнь. Я стала служить своему возлюбленному, сделалась его слугой, его сестрой, его подругой, его женой. Я отдала ему всю себя и всю свою жизнь. И то, что я получила взамен, было таким сокровищем, было таким счастьем, что никакая моя личная свобода не могла с этим сравниться. И тогда я поняла, что моя личная свобода – это была моя тюрьма. А моя отдача возлюбленному и есть моя свобода. Так изменилась моя жизнь, и я стала по-настоящему счастливым человеком. Ну а потом я написала об этой моей любви небольшую книгу стихов. Она называлась «Прощание с запретом». Когда эта книга была переведена на английский язык и стала популярной в Европе и США, но книга привлекла к себе внимание и иранской полиции нравов, и оказалось, что они совсем неправильно поняли смысл моих слов, этих стихов. В итоге иранский суд, вы знаете, признал эту книгу богохульной и приговорил меня к смертной казни. Во время этого решения я находилась в Европе. Я как раз получала Нобелевскую премию.
Во время этого решения все умоляли меня не возвращаться, но я решила вернуться. Я полагалась на силу моей любви. И я вернулась в Иран. Меня сразу же арестовали. Но действительно случилось чудо. Хотя меня и должны были казнить, меня помиловали и отправили на 20 лет под домашний арест. А вот 3 месяца назад сняли и домашний арест, и даже позволили выехать в Европу. Конечно, конечно, я должна благодарить Его Величество Короля Швеции, который лично звонил Рахбару Ирана Али Хусейни Хамини и просил о моем помиловании, и Нобелевский комитет, и Организацию Объединенных Наций, и даже президента США, да и вообще огромное число людей, просивших о моей защите. Но я знаю, что несмотря на все усилия этих замечательных людей, главное, чему я была обязана, и почему я еще жива и стою тут перед вами, я обязана любви. Вот, собственно, о чем я и хотела рассказать. А еще я хочу сказать вам большое спасибо за внимание к иранской теме. И за ваше желание сделать этот мир лучше. Благодарю вас. Простите, Шири. Я не знал, что вы замужем. Нигде об этом не сказал. Я не замужем. Мне не удалось встретить мужчину до своего ареста, а потом уже никто бы не решился жениться на мне. Так что я никогда не знала мужчины. Дорогие друзья, приглашаю Ширин. Мы, конечно, не могли упустить такой шанс и не попросить ее прочесть нам свое новое стихотворение. Ширин любезно согласилась, заранее прислав нам текст, чтобы мы смогли сделать перевод. Мы просим вас, Ширин, пожалуйста. Я прочту стихотворение, которое написала сразу после того, как получила разрешение выйти из-под домашнего ареста и поехать в Европу. Оно называется «Это все». Я прочту его. «Это все». Послушай меня. «Это все». Если дверь заперта, то ты можешь стоять у окна и смотреть, жить и смотреть. Это все. Куда летят эти птицы? Неужели они правда летят на какой-то там загадочный юг? Неужели есть запад, есть восток, есть север и какой-то юг? Стой у окна и смотри. Это все. Куда ты спешишь, когда выходишь из дома? Наверное, навстречу любви? Но твоя любовь должна умереть, чтобы тебя испытать. Попробуй вначале узнать, что это значит жить совсем без любви. Жить совсем без любви, чтоб понять, как говорить на твоем языке. Остановись. И молчи. Знай, просто знай,
что твой язык мертв. Стой, просто стой на своем месте и жди. Жди, пока все умрет. Пускай все умрет. Пускай умрут все слова. Пускай умрет дождь за окном. Пускай умрет то, ради чего ты живешь. Просто стой на своем месте и жди. Жди, пока в тебе не останется слов. Жди, пока в тебе не останется слез. Стой, жди и молчи. Куда ты летишь? Ты падаешь вниз? Просто знай, что сейчас ты падаешь вниз. Теперь мать больше не любит тебя, потому что она мертва. Твой отец больше не дает тебе силы жить, потому что его самого больше нет. Твоя любовь больше не дает тебе ничего, потому что никакой любви больше нет. В тишине ты падаешь вниз и молчишь. Ты летишь. Ты летишь в темноте, ты падаешь вниз, ты видишь пожар, ты видишь, как горит этот мир, и теперь он горит для тебя. Стой, смотри на огонь, плачь и люби. Куда ты бежишь? Твоя лодка там, в самом верху, у самого истока реки, ты еще совсем не знаешь о ней. Но она уже там. Но она уже плывет по воде, хотя ты еще не знаешь о ней. Смотри, как безумие взрослых убивает детей. Твоя лодка уже на воде. Стой, плачь и смотри. Тебе не дают говорить. Тебе не позволено быть тем, кто ты есть. Тебя подожгли, побили камнями и сбросили вниз. Сейчас ты летишь. Нет ни любви, ни надежды, ни слов. Сейчас ты молчишь. Сейчас ты не знаешь, куда деваются сны, потому что ты спишь. Сейчас ты спишь и летишь, сейчас ты падаешь вниз, это сон. Спи, падай вниз, плачь и люби. Как мне любить? Как мне любить, когда любви нет? Нужно просто молчать. Ты слишком многого требуешь, ты слишком громко говоришь, ты слишком шумишь. Сейчас тебе нужно молчать. Остановись, падай вниз и молчи. Тогда ты узнаешь любовь. Любовь всегда за пределами сна. Во сне только сон, во сне нет любви. Стой, падай вниз, проснись, плачь и молчи. Это все. Куда плывет эта лодка без человека, без весел? Без определенного смысла, совсем одна. Уносимая течением реки, эта лодка плывет за тобой. Стой на своем месте и жди. Послушай.
слушай меня. Верить и знать – это и есть вся наша жизнь. Это все. Уважаемые коллеги, дамы и господа, господин премьер-министр, наша конференция подходит к концу. Всем вам большое спасибо.